Вертинский дочерям. 5 апреля 50 -го года. Мои обожаемые доченьки, я по вас страстно соскучился. Уже съел все ваши конфетки, теперь целые дни думаю о вас и целую ваши карточки. Я пою концерты, зарабатываю вам денежки на дачу, где мы купим корову, которую будет доить Ольга Алексеевна, и кота. Как вы учитесь, как себя ведете? Напишите папе, мне будет очень приятно получить от вас письмо. Слушайтесь маму и бабу и Ольгу Алексеевну. И не обижайте друг друга, не огорчайте папу. Ко мне на концерт приходил кот Федул. Он уехал с Курильских островов, потому что мышей там мало, а рыбы он не любит он поступил в оперу, где и будет петь, а жена его, Феклуша, сделалась балериной и танцует балет «Лебедячее озеро». Летом они всей семьей приедут к вам в Анапу купаться в песке, потому что воды они, коты, не любят. Шили ли вам уже штанишки для улицы или нет? Как поживает Володька и серая птичка? давайте им каждый день булочки. Спасибо вам за телеграмму, что поздравили папу. Хотя в день своего рождения я был в поездке и получил ее уже по приезде в Свердловск на три дня позже. Будьте умницами, слушайтесь старших и не забывайте своего папу и пишите мне. Крепко целую вас, мои крошечки, радость и свет моей жизни. Да сохранит вас Господь Бог, ваш папа Саша. Насти Вертинской. Дорогой мой воробушкин, посылаю тебе привет из Ялты. Тут тепло, светит солнышко. Я простужен, кашляю, но все же пою свои кацеты. Вспоминая своего воробушка и рычу, как старый Лева что он не прилетает. Купил вам ракушек. Целую тебя, моя радость, крепко-крепко, папа. Мой маленький, дорогой Воробушкин, спасибо тебе за письма. Мы с мамой очень обрадовались им. Я пою концерты, а мама ходит по Киеву и ест клубничку. Меня не обижает, она купила вам чудные мисочки и тарелочки. Мама скоро приедет к вам, а я в августе. Мы очень соскучились по своим мунем пунем. Как я рад, что вы обе стали такими умницами. Хорошо кушаете, а главное, что вы слушаетесь бабу. Я показываю маме свой Киев. И вчера мы видели дом, где я родился. Когда вы с Бибой подрастете, я тоже возьму вас в Киев. Здесь очень жарко и мне трудно пить, но успех большой. Целую тебя крепочка в масявочку и в носик и в косички и в бантики. Ты же моя любимая младшая дочь. Будь здоровенькой и не ходи в море без бабы. Бабу и Бибу поцелуй от меня, твой папа Саша. Мои дорогие любимые доченьки, Биби и Настенька, я сегодня страсенный именинник, и потому поздравляю вас с моим днем рождения. Вашу и мамину телеграмку я получил и очень обрадовался. Тут очень много снега. Дети катаются на санках. У меня в комнате в углу есть дырочка. Там живет маленькая мышка. Я ей положил кусочек сыру. Она его кушает и смотрит на меня. А на балконе моем сидят голуби и стучат клювами в окно. Я тоже даю им крошки хлеба. У вас скоро каникулы. Напишите папе, как вы учитесь и как себя ведете. И как себя ведет Фаншетта. Целую вас в мои дорогие Масявочки тысячу раз. Слушайтесь маму и бабу. Я скоро приеду. Ваш папа Саша. Ленинград 21 мая 1954 года. Дорогой Воробушкин, я очень рад, что тебя приняли в пионеры. Теперь ты у нас совсем большая девочка. Скоро поедешь в Ригу с бабушкой, а я поеду и найду вам дачу. Тут стала хорошая погода, и я днем хожу гулять. Анна на шее идет во всех кинотеатрах и имеет большой успех. Я всем рассказываю, что тебе больше всего понравились папа и котеночек. Вчера послал вам чернослив, соломку и пули зенных с одним дядей. Но боюсь, чтобы он их не съел по дороге. Напиши мне, привез он их Киня, Валя и Алеша тебя целуют крепко, и Биби тоже. Скажи маме, чтобы она собирала все газеты, в которых будут писать об Анне на шее. Я уже очень соскучился по тебе, и Биби. Недавно в речке Мойки тонула кошка, но ее спасли матросы на лодке. Мы все смотрели и очень волновались за нее. Вчера у меня был большой концерт в саду отдыха. Народу было тысячи две. Я пел хорошо на пятерку. Напиши мне, как прошли экзамены Биби и мамы, и спроси бабушку, нет ли и у нее экзамена. Целую тебя в носик и в шейку и в мосявочку не забывай мыть руки, которые самые красивые в Москве и самые чистые. Твой папа Саша. Дорогой мой Воробушкин, спасибо тебе за чудное письмо. Ты у нас умница, и на стол накрываешь, и папе письма пишешь за маму. Я очень соскучился по своим доченькам. Восьмого Надеюсь быть дома часа в три дня. Я пою в Кишиневе. Тут тепло, весна, и цветут вишни и яблони. Спасибо за карточки. Кто это вас снимал? Как зубки? Выносите протезики. Я очень горевал, что тебя не приняли в балетную школу из-за того, что у тебя мои ноги. Я очень рассердился на свои ноги и даже не разговариваю с ними. А твои ножки поцелую, когда приеду. Ничего, не беда. Ты будешь знаменитой пианисткой, если захочешь. И сыграешь папе балладу Шопена. Хорошо? А я тебе подарю красивое платье, и ты будешь королевой. А орден за Скандерберга я, вероятно, получу все-таки, но второй степени, в группе остальных, как написано. Но мне он не нужен. Носить его я все равно не буду. Ну, до свидания, целую тебя в носик и в затылочек и ручки и ножки. Поцелуй бибочку и не обижай ее. Маму тоже поцелуй крепко. Скоро увидимся. Ленинград, папа Сяся постскриптум, а другой листочек отдай маме. Мой дорогой воробушек Настенька, какое ты мне хорошее письмо написала. Спасибо, что папку не забываешь. Я так счастлив, что мама вам шубки купила. Надо еще купить вам варежки и теплые ботиночки. Ты знаешь, в Сочи я сидел днем в ресторане, обедал. Окно было открыто. Вдруг я смотрю, в окно влетели воробушки, много штук, десять. И нахально прыгают по полу, подбирают крошки хлеба. Никого не боятся. Трое подскакали к моему столику, и я их кормил хлебом. Они садились на спинки стульев, а один даже сел ко мне на стол такие смельчаки. Этого я еще никогда не видел. Здесь, в Тбилиси, холодно, как у вас в Москве, и я мерзну. Как ты учишься, моя Мунечка? Маму слушаешься? С Бибой не дерешься? Поцелуй ее крепко от папиного имени. Что, уже вывели ей из головы квартирантов? крепко-крепко целую тебя, мою дорогую Масявочку, будь умницей, соблюдай наш договор. Взвесься на весах, и потом посмотрим, насколько ты поправилась. Еще раз целую крепко тебя, Бибу и маму. Скоро я пришлю вам фруктиков. Ваш шобственный папка. 21.09.54. Настенька, моя красотулечка, что же ты вы с Бибой все ссоритесь? Из-за какой-то открытки. Вы же родные сестрички. Меня это очень огорчает. Спасибо за посылку, а то я уже простудился в летнем пальто и два дня лечусь трептоцидом. Вчера пел концерт «Больной». Сегодня получу свои вещи, и мне будет тепло. Я очень скучаю по вас и скоро надеюсь быть с вами. Тут холодно, идет дождь все время, осень. А у вас на даче, наверное, хорошо. Целую тебя крепко, моя радость. Твой папа. Кемерово, 9 апреля 1956 года. Дорогая моя младшая любимая доченька Настенька, уважаемая А. А. Вертинская, если б ты знала, как я обрадовался, получив сегодня за кулисами во время концерта твое письмо. Я уже давно не имел из дому писем и очень скучал. Единственное письмо от мамы я получил в Иркутске, и уже скоро месяц, как я в поездке. Я не надеялся получить что-нибудь здесь, в Кемерово, потому что я велел маме писать на Новосибирск. И вдруг мне приносят твое письмишко. И какое чудесное! И удивительно, что оно поймало меня. Я счастлив, что ты хорошо кушаешь. Это самое главное. Я надеюсь, что в конце концов мама и баба найдут тебе демисезонное пальтишко. А каникулы ваши в этом году начнутся раньше. В газетах сказано, что до пятого класса все кончается 1 июня, а с шестого класса все кончается 4 июня. Таким образом, вы будете на даче в этом году раньше, чем в прошлом. Телевизор я тебе куплю, как я обещал. Но вот не знаю, где его лучше поместить, дома или на даче. Сделаем антенну на даче, а потом заберем его в город. Ладно? Ты ничего не знаешь про котов? Живы они? Кто-нибудь был на даче? Напиши мне в Новосибирск. Я работаю, как всегда, пою свои кацеты. Люди меня благодарят за них, и концерты всегда переполнены. В остальном все по-прежнему. Часто-часто думаю я о тебе и Бибочке и маме. Я рад, что тебя никто не обижает. Ты, наверное, стала доброй и хорошей девочкой. Вот поэтому тебя никто и не обижает. А главное, молю тебя, не ссорься так страшно с Биби. Не считайся мелочами. Будь выше мелочей. Не дерись с ней за каждый пустяк. Ведь она у тебя единственная сестра и подруга. И она тебя никогда и никому не даст в обиду. А подруги, как и все люди вообще, думают только о себе и тебя так, как сестра, любить не будут. Но, Покедова, привет! Теперь мы все завели у себя эту твою моду и говорим друг другу приветик. Целую тебя крепко и нежно. И очень по тебе скучаю. И по Бибочке, и по маме. Храни вас Бог, папа. Постскриптум. Не забудь, что первого мама именинница. 29 мая 1956 года. Масенька моя, Крысопулечка, красавица моя. Дюймовиська, здравствуй. Я по тебе страстно соскучился, и все время вспоминаю тебя. И твой поганый характер. Не обижай, пожалуйста, бабу. Она теперь больная, и ей нужен покой. Поэтому кушай хорошо не ссорься с бабой и будь умницей. Я тебе купил брошечку с надписью «Настя». И еще две пары носочков, желтенькие и апельсиновые, для лета. Телевизор я куплю, как обещал, по приезде. Я пою кацеты и в свободное время кормлю воробьев в колонаде. Они тут страшно нахальные и никого не боятся. Их приучила пирожница, которая дает им крошки от пирожного Наполеон. А я, когда прихожу, покупаю один кекс и, покрошив его, даю им. Они никогда не боятся и рвут кекс прямо из рук. Очень нахальные и душечки. Днем тут солнце до пяти вечера, а потом дождь. Сегодня был ливень. Но у меня был аншлаг, и театр был полон публики. Но все были мокрые, и только я один сухой, потому что приехал раньше до дождя. Скоро я еду дальше. Целую тебя крепко в носик и в реснички и в мосявочку. И в самые красивые руки в Москве и самые грязные. Мой их почаще. Не обижай Бибу, помни, что она твоя сестра и единственная подруга. И маму не зли. До свидания, Ута Утавкина. Твой папсик. Марианне Вертинской, Харьков, 23 июля 1953 года. Бибулек мой ненаглядный. Поздравляю тебя с днем рождения этот день всегда будет самым счастливым днем в моей жизни. Мне очень жаль, что я не с тобой, но я скоро приеду к вам, и тогда расцелую тебя и привезу тебе еще подарочек. Будь умницей, слушайся маму и бабу. Ты теперь большая, тебе десять лет. Не обижай Настеньку и не лезь глубоко в море, а то я за тебя здесь дрожу от страха. Мама подарит тебе от меня браслетик а я привезу тебе красивую куколку. В день твоего рождения я пригласил на крышу всех воробушков и буду их кормить булочками. Так мы отпразднуем этот день. Целую тебя, мою старшую любимую доченьку, в глазки, в носик, в веснушечки и в бантики, которые тебе заплетут в косюле. Поздравь от меня маму и бабу и Настеньку. Ей я тоже привезу куколку, целую ее за меня и сама себя в зеркало. Твой собственный папа. Харьков, 12 октября 1954 года. Моя дорогая, маленькая, старшая, любимая дочь Бибонька, спасибо тебе за письмо. Я всегда так радуюсь вашим письмам. Что потом три дня хожу счастливой и улыбаюсь всем. У тебя очень хорошие письма. Ты всегда пишешь самое главное и радуешь меня. Кота надо назвать Тимошка Тимофей. Это старинное котячее имя, очень солидное и серьезное. Назови его так. Я очень испугался, что ты остригла свои чудесные косы. Боюсь, что это плохо. Но если они лезут, то тогда надо было остричь. Как здоровье моей маленькой, любимой, младшей дочери Настеньки. Напиши мне в Ялту о ее здоровье. Я очень боюсь за нее, она такая слабенькая. Вот видишь, что нельзя вам давать денег. Она покупала мороженое и заболела, бедненькая. Ты же не обижай ее. Сиди около ее кроватки хоть немного играй с ней в куклы. Я приеду к празднику, и мы с вами пойдем на парад на Красную площадь. Я получил сегодня пальто, и мне теперь тепло. Через два дня я уеду отсюда в Симферополь, Ялту. Пиши мне. Ялта. Крымская госфилармония. Оттуда привезу еще фруктиков. Игрушек тут нет. А вот очень жаль, что вам до сих пор не купили шубки. Я ничем не могу вам помочь отсюда. Только когда нужны деньги, я могу выслать. Очень я по вас соскучился. Жду не дождусь, когда вас увижу и сяду в кресло в кабинете с вами на коленях. Тут холодно, но в гостинице топит, слава богу. Напиши мне сейчас же на Ялту. Как здоровье, Настеньки, слышишь, сейчас же. Поцелуй ее, или лучше не целуй, чтобы не заразиться ангиной. И скажи, папа тебя крепко целует. Ну, до свидания, моя умница. Целую тебя крепко-крепко, радость моя. Твой, любящий вас, обеих папа. Новосибирск, 23 апреля. 1956 -го года. Мой дорогой, любимый старший дочь, Бибулик, это для меня. Уважаемая Марианна, это для тебя. Вчера был очень рад, услышав твой голосок по телефону. И Настенькин. И решил сегодня написать вам. Меня очень радует, что вам наконец купили пальто а также шили кофточки и юбочки. Я люблю, когда мои дочери хорошо одеты и причесаны к тому же. Интересно было на даче, как ты говоришь, что коты толстые, очень рад. И бежали за вами на вокзал, правильно. Кузя и Джемма Энди — кот. А снег уже стаял или нет еще? 10 мая я приеду, и мы поедем все вместе. Я очень устал от трудной поездки по разным местам, где нет никаких удобств, и от поездов, и теперь хорошо себя чувствую здесь, в Новосибирске, где у меня хороший номер в гостинице. Скоро уже каникулы. Меня только огорчает, что учитесь вы плохо. На тройках с бубенцами, как поется в одной песне. У вас там тепло в Москве, а здесь все еще холодно, идет снег довольно часто. А вчера была прямо снежная вьюга. Я купил тебе хорошую книжечку, а грин алые паруса. Привезу. А Настеньки сказки, но боюсь, что эта книга у вас уже была. Ты в этом году будешь уже семиклассницей. Это уже считается старшим классом. Вот как время бежит. Через три года ты кончишь школу. Ну и ну. Ну, пока до свидания. Целую тебя, мой золотой бибулик, во все твои веснушечки, в носик, в голубые глазки и в косюли. Ты у меня орел. Привет маме и бабе. Настеньку поцелуй. Папа. 25 сентября 1956 года. Дорогая моя доченька, старшая, любимая, Марианочка Бибулек. Очень-очень порадовался твоему письму. Теперь я знаю все ваши новости и про Кузю, и про дачу, и про новые гольфы. Ты всегда пишешь мне интересные письма. Жаль только, что ты нахватала двоечек. Это очень печально. Ведь ты теперь пионер-вожатая. Этим школа оказывает тебе большую честь. Ты теперь как учительница, как педагог. Ты заведуешь малышами. Они должны тебя слушаться и уважать как старшую, как начальницу пионер-отряда. Но ты подумала, какой будет для тебя конфуз, когда эти малыши узнают, что их начальница сама двоечница. Ведь они будут над тобой смеяться и перестанут тебя уважать и слушаться. Это будет очень позорно. Поэтому ты подтянись, Бибочка, не роняй своего достоинства и престижа. Да и перед школой тебе неудобно. Так-то, мой дружочек. Потом мама пишет, что вы с Настенькой живете неладно, ссоритесь, деретесь. Вы же уже большие. У меня вас две доченьки, одинаково любимых, и меня это огорчает больше всего. У меня ведь очень мало радости. И ты с Настенькой — это мои настоящие радости. И вдруг вы живете как собаки. И меня, и маму это ужасно огорчает. Дай мне слово исправить свои отношения с Настей. Тогда я буду спокойно работать. А так не могу. Расстраиваюсь очень. Ну, я уже в Ташкенте. Тут жара ужасная. Сегодня прилетел сюда и завтра первый концерт. Я здоров, пою хорошо, хотя и задыхаюсь от жары. Но вечером тут прохладно. Прочитав мое письмо, пойди и поцелуй Настеньку и скажи, папа просил, чтобы мы не ссорились. Я через месяц приеду на две недели в Москву, а потом опять уеду. Привезу вам целую корзину винограда. А что яблочки были вкусны, таких даже в Москве нет. И еще очень прошу тебя и Настю, не раздражайте маму. Она и так очень устает от вас и от дачи. Когда меня нет, то ведь все дела лежат на ней и бабушку тоже пожалейте, у нее столько хлопот и забот с вами. Ну, целую тебя, моя красавочка, всю мордашечку твою чудесную. Настеньке передай, что я ее очень люблю и скучаю по ней, по тебе и маме. Сделай это для меня, твоего папсика, которого ты как будто любишь. Поцелуй маму и Настеньку от меня отдельно. Любящий вас папа Саша. Здравствуй, дорогой Бибулек. Я вчера расстроился, когда услыхал в телефон, что ты плачешь. Из-за такой чепухи. Не надо ссориться, вы же у меня одни. Я простудился, но уже проходит. Сегодня надену пальто. Спасибо, что прислали. Что пишет мама? Напишите мне по адресу Город Горький, Госфилармония. Мне. Числа девятнадцатого я уже буду дома. Пою я хорошо, успех хороший. Только скучаю по своим непослушным доченькам. Целую тебя крепко, твой папа. Бибуль, эта девочка похожа на тебя. Только она отличница, а ты нет. Но ну, ничего, не в этом счастье. Эта девочка красивая, но моя Биби лучше. Жаль только учится хуже. Что же ты там делаешь, моя красавочка? Телевизор уже смотрите по воскресеньям? Как Кузя на даче? Как вы живете с Настенькой? Исполнили вы мою просьбу или ссоритесь по-прежнему? Через месяц я прилечу. Ровно первого ноября. Целую тебя, моя радость. Привет Настеньке и маме, и бабе, папа. 21.09.54 Золотой мой бибулек. Как тебе понравилось в колхозе? Как ты учишься? Почему не пишешь папе? Я уже кончил Киев и лечу во Львов. Скучаю по своим доченькам. Послал вам конфетки, марципаны. Их можно кушать. Не гоняй по улицам. Учись английскому. Целую тебя крепко в мосявочку, папа. Вертинский, Вертинской. Киев, 21 августа 1945 года. Дорогая жена моя Лилечка, вот я и в Киеве. Не могу тебе описать то чувство, которое охватило меня при въезде в этот город моего детства и юности. Изменился он мало, и кроме неузнаваемого, разрушенного до ужаса Крещатика, во всем остальном он остался таким, как я его запомнил на всю жизнь только стал старше немного. Деревья выросли выше и гуще, оттого он стал похожим на человека, у которого отросли волосы. Приехали мы вчера в три часа дня, тащились по жаре в поезде двадцать часов. Это ужасно измучивает. Но уже вечером я не выдержал и потащил Мишку, Михаил Брохас, на крещатик. Оттуда мы прошли к Днепру, смотрели на него из бывшего купеческого сада. Он так красив, этот город. Он напоминает немного Тбилиси, но только больше зелени и лучше здания. Они почти все целы. Был во Владимирском соборе. Он цел тоже, но обветшал немного. Его уже реставрируют. Он был открыт. Мы вошли внутрь, я снова смотрел на его чудесную живопись и вспоминал, как семилетним мальчиком меня водила сюда Наташа, скалацкая, двоюродная сестра Вертинского, как я замирал от пения хора и как завидовал мальчикам, прислуживающим в алтаре в белых и золотых стихарях и мечтал быть таким, как они, и ходить по церкви со свечами. И все на меня смотрели бы. Я уже тогда бессознательно хотел быть актером. Мы поднялись наверх, на хоры. Я показал в алтаре Божью Матерь Нестерова, в голубом хитоне, в который я был влюблен и носил цветы. Уверенно, ни на секунду не сбиваясь, я водил Мишку по городу, называя улицы и здания, как по своему дому. Теперь я так сильно почувствовал свое возвращение на родину. Если Москва была возвращением на родину, то Киев — это возвращение в отчий дом. Сколько воспоминаний. Тут была кондитерская, где мы, гимназисты, воровали пирожные. А вот купеческий сад, в который я лазал через забор. Вот первая гимназия, где я учился в приготовительном классе. Я повел Мишку в ботанический сад, чудесный сад в центре города, огромный, ветвистый, где я узнавал каждую аллею, сколько я бегал по ним. И это только первый день. Я не хотел много ходить, у меня вечером концерт, и где? В том самом бывшем Соловцовском театре, где я был статистом, и где открутил бинокль от кресла. Я хотел его продать, я был вечно голоден, и оттуда меня с треском выгнали. Улица, на которой стоит он, вся разрушена но театр цел и невредим. Я вчера уже был в нем и узнал его до мелочей, как родное лицо любимого человека. Сегодня я буду стоять на его сцене и колдовать над публикой. Бывший статист, теперь Вертинский. Огромные афиши с этой фамилией заклеили весь город. Ажиотаж невероятный. Билетов давно уже нет, а все хотят слышать. Администрация замученная говорит, что вы с нами сделали. Нам не дают жить, лучше бы вы не приезжали. У меня чистый двойной номер в интуристе. Кормят скромно, но ничего. Балкон и окна выходят на Фундуклеевскую улицу, которую я знаю всю наизусть. Завтра я пойду искать дом Колонии за вокзалом, где я жил у тетки. Подумай, сколько раз я видел во сне этот город и этот дом, и теперь я наконец увижу его наяву. Да, Пекочка, много-много на меня нахлынуло от этого приезда. Писем в филармонии от тебя нет, не дошли еще, но я получу. Пиши мне. Когда пойдешь к доктору, и что он скажет? Пока целую тебя крепко и любимых маленьких доченик. Привет маме Саша Баку, 12 августа 44 года. Дорогая Лилечка, сегодня, наконец, мой пятый и последний концерт по ВГКО. Завтра начнутся еще пять концертов, которые я должен спеть здесь. Это уже интереснее. Погода здесь та же, дует норд, и для меня это спасение от жары. Но петь трудно на воздухе, ужасно скучаю по тебе и бибуле, и все время думаю о вас. Никого нет знакомых, сижу целый день в номере отеля, и не знаю, что с собой делать. От скуки травлю мух. Их тут множество. Надоело здорово. Перечел все газеты и журналы до корки. Разглядываю часто наши карточки Бибиного рождения. Интересно, начала она уже ходить? Карточки отоваривают после двенадцатого. Такие тут правила. Сегодня или завтра должны отоварить. Как здоровье твое и бибеньки? Хоть бы написала мне «Баку интурист» и все. Купил две банки огурцов, по девять рублей банка, восемнадцать рублей. Дешево. Потом тут дают на сладкое чудные сухие фрукты, изюм, абрикосы и миндаль. Я их не ем, а коплю для тебя, пека. Ничего интересного, так что даже писать нечего. Голос у меня очень окреп и звучит замечательно. Потому что тут море и потому что я все время на воздухе. Пекочка может взять тебя в Сочи, а то ты бедненькая там совсем закиснешь в боржоме. А посмотришь море, подышишь другим воздухом. Только надо, чтобы бабуня осталась в Боржоме. А то ЛП, Лидия Павловна Циргвава, мать Вертинской, одна не справится с Биби. Если хочешь, поедем. Я выйду или восемнадцатого, или девятнадцатого. Дам тебе заранее телеграмму. Приезжай в Тбилиси меня встречать. Как Биба? Все еще нюхает цветочки и ходит смотреть хо-хо. Или уже появились новые желания. Очень я по вас скучаю, мои дорогие доченьки. Если бы не деньги, все бы бросил и уехал к вам. Ну, до свидания, крепко целую свою пикульцу и бибу. В носик и в попку. Скоро увидимся. Ваш папа. Одесса, 21 сентября 1947 года. Дорогая Лилечка, пользуясь случаем, посылаю вам кое-что, чего в Москве нет. Кушайте на здоровье, угостите М.И. Мария Ивановна Челикина, знакомая по Шанхаю. Это продукты ее родины Одессы. Кроме этого, посылаю книги, которые я купил по блату, по госцене. Это гроши, а книги нам нужны. Дети подрастут, читать захотят. Вот и будет кое-что. Погода здесь испортилась, похолодала. Сегодня я пою свой концерт в зимнем театре, где аншлаг 100 тысяч, а публика 8 тысяч человек. Это стадион, амфитеатр. Таких концертов я спел два. Очень трудно. Пою с микрофонами. Но успех огромный и похож на вой во время бокса в Америке. В понедельник, то есть завтра, уезжаю дня на четыре в Винницу. Это около Киева. По своим делам. Вернусь, буду продолжать петь Одессу. А затем, возможно, уеду в Молдавию, в Кишинев. Чувствую себя неплохо. Отоспался. Дедову траву процедил, добавил водки и снова стал пить. Жаль, что пропадала. Капли тоже. По радио передавали речь Вышинского, очень тревожную. Он упрекал американцев в подготовке к войне и многом другом. Публика здесь настроена довольно пессимистично. Говорят, что война неизбежна. Я ее не слышал сам, а газеты страшно запаздывают. Живу как в деревне. Во всяком случае, реакция правительства довольно резкая и быстрая. Объявлена мобилизация демобилизованных солдат. Рождение 1908 года. По 1924 год. Демобилизация остальных солдат приостановлена. Неужели Америка полезет на нас? Я не верю в это. Участь немцев была для них хорошим уроком. Тут есть сигареты, я их подкупаю маненько. А туфельки были, но большие. 27-28. Поищу еще. Липстик ⁇ английская губная помада. Есть по 80 рублей штука. Я куплю тебе пару, цвет посветлей. Темного ты, кажется, не любишь. Есть чай липтон, а главное маслины, черные маслины ⁇ это шедевр. Но их очень мало. Скоро придет какой-нибудь пароход и привезет, а я запасусь. Скука тут адская, тишина после Москвы. Я задумал писать не пьесу, а сценарий для кино. Это интереснее. Говорил с режиссером Сашей Разумным. Он страшно загорелся и говорит, что это будет сенсация, что разрешат безусловно, и умоляет работать с ним. Решили сперва написать экспозе и дать товарищу Александрову из ЦК на прочтение. Если он одобрит, то сейчас же заняться сценарием. Меня это вдохновляет, интересно. Мой новый администратор Бориневский оказался очень толковым и очень практичным человеком. Он долго служил в Интуристе и 8 лет жил в метрополе над почтой. Жена его переводчица, он заботится обо мне неусыпно и сам ходит на базар, все покупает умно. Книги тоже он достал. Вообще он культурный и милый человек. Гурий, Ласточкин, аккомпаниатор Вертинского, играет плохо и многого не понимает и никогда не поймет. Что, есть какие-нибудь новости от рот Георгий Яковлевич Рот, аккомпаниатор Вертинского. А Мария Ивановна еще в Москве? Напиши мне все новости. Как ведут себя наши обожаемые дочули? Убрали квартиру. И как с крышей? Пиши подробно, а то я ничего не знаю. Поцелуй нежно наших писенят. Привет маме и всем домашним. Пиши на лондонскую. По приезде из Винницы позвоню. Крепко целую свою дорогую Пеку, любименькую жену. Храни вас Бог, Саша. Ленинград, 19 декабря 1947 года. Дорогая Лилечка, поздравь и поцелуй от меня, мою младшую любимую доченьку Настеньку с днем рождения. Я был утром в церкви в никольском соборе в десять часов утра, помолился о ее здоровье и о вас всех. Потом об отце он тоже именинник сегодня. Собор большой, прекрасный, я попал в алтарь, Был очень радостно на душе. Принес домой две просфиры. Ну, вчера пел первый концерт. Прием исключительный. Народу миллион. Здесь объявили 15 моих концертов, и на все билеты проданы дотла. Здесь на новые деньги довольно дороговато, но я трачу скромно. Подумай, я забыл куртку. Послал за ней проводника, сегодня он зайдет к вам. Погода хорошая, но я не выхожу без куртки. В комиссионках пусто, а антикварные полны, но они были закрыты. Вчера волновались, долго не пел, но все сошло хорошо. Целую вас, мои дорогие, крепко и нежно. Приезжайте, тут ванна и горячая вода круглые сутки, тепло. Храни вас Бог, ваш папа Саша. Ташкент. 17.3.48 -го, -го, -го года. Пекочка, дорогая. Ты не можешь представить, что я испытал за эту дорогу. Приехав на вокзал, я показал билет проводнику и положил его в наружный карман зимнего пальто. Потом в купе я отдал пальто Маруське вместе с билетом. Женщина, помогавшая семье Вертинских вести хозяйство. И тут началось. Сначала я заплатил штраф 142 рубля. Потом я дал телеграмму товарищу Егорову. По-видимому, кто-то из железнодорожного начальства. Но ответа не было ни на одной станции. И мне пришлось взять новый билет. Денег у меня было 300 рублей, 142 я уже заплатил. В общем, с гурьем мы наскребли 200 рублей, а билет стоит 500 рублей. 200 рублей мне дал академик Умаров, узбекский академик, который, на мое счастье, слушал меня в политехническом вместе с министром Кафтановым. Двести у меня было, и сто рублей дал проводник. Я даю телеграмму в Ташкент, чтобы встречали с деньгами. Поезд опаздывает на пять часов, но в пути нагоняет и приходит вовремя. Приезжаю в Ташкент, на вокзале никого. А я должен проводнику сто рублей и не могу взять вещи. Я в отчаянии. Поезд через двадцать минут уходит. И вдруг какой-то неизвестный человек говорит. Товарищ Вертинский, вам нужны деньги, пожалуйста. И дает мне сто пятьдесят рублей. Чудо! И только через час приехали на вокзал люди из УЗ Госэстрады. Оказывается, им сказали в справочной, что поезд опаздывает на два часа. И они себе спокойно сидели. Вот ужас. Дальше все уже было хорошо. Но сколько я наволновался, когда меня чуть ли не с поезда хотели снять. Я вспомнил тебя, как тебя сняли в Калинине. Ужас! Теперь все хорошо. Я в отеле, в номере цветы, шампанское, яблоки и чудесные гранаты, которые я никогда даже не видел, и изюм. Это они меня так встречают. Видно, что они старались. Но так вышло. А потом, на мое счастье, потухло электричество на весь вечер. И вот сейчас зажглось. Я и пишу тебе это письмо. Билеты все проданы. Завтра концерт. Будем надеяться, что все будет хорошо. Тут редиска, свежие огурцы и лук зеленый. Постараюсь вам послать. Целую доченик и тебя, моя любимая жена Саша. Ташкент двадцатого третьего сорок восьмого года. Дорогая пекочка, уже спел два концерта, условия которых договорились в Москве отпали. Из-за нового приказа Лебедева, работник Комитета по делам искусств, который абсолютно выбил почву из-под ног у всех людей этого рода. Но мы придумали другой способ, старый. В общем, придется больше работать. Приняли меня они от души. Номер в гостинице большой и хотя холодный, но с водой. В день приезда на столе были цветы, фрукты и вино. Стараются. Публика принимает не менее горячо. Никакой весны нет. Миндаль отцвел месяц назад и потом весь вымерз от внезапных морозов. Так что у них будет миндальный голод. Урюк тоже. Пока сыро, холодно, особенно по вечерам, Днем еще бывает солнце. Зелени нет. Деревья стоят голые. В общем, весна еще только будет в апреле. Пальто мое теплое мне бы здесь отнюдь не помешало. Да и билет был бы цел. Я делаю вливание йода. Здесь чудный врач, профессор Федорович. У него в госпитале мне делают все. Сегодня второе вливание. Узбекские артисты пришли все на концерт. Помнишь Халиму Насырову? Когда мы приехали, были на ее концерте в зале Чайковского. Вот она и оперные узбеки тоже. Театр тут построили новый, говорят, чудо архитектуры, но я еще не видел. На днях соберутся директора из округа, будем говорить о гастролях дальнейших. Как себя ведут мои доченьки? Отдали Настеньку в группу. Халин приехал? Халин — работник советского консульства в Шанхае. И что привез? Напиши мне подробно. Как твое здоровье и успехи в живописи? Напиши мне. Буду искать тебе горшочков. Тут есть уже огурцы, лук и редиска. Может быть, пришлю с оказией. Как кабинет уже красят его? Я себя чувствую неплохо. Профессор сказал, что у меня расширена печень, и дал еще диуртин пить целый месяц. Говорит, что витамин В1 очень хорошая штука. Не знаю, сколько успею сделать вливаний. Он говорит, что мое общее состояние не так плохо. Это меня порадовало. Курить здесь нечего, а мои сигареты кончились. Перейду пока на Казбек, а потом и совсем брошу. Кормят тут одним бараном, да и то старым. Но у меня еще есть московские запасы. Я их и доедаю. Хватит надолго. Снимали меня тут для Ташкента во всех видах и позах. Как я не откручивался, пришлось терпеть. Когда будут карточки, пришлю. Немного позже вышлю деньги Шпильберг, врач, знакомый по Шанхаю, и в Киев. На концертах моих все сливки узбекского общества от председателя Совета министров, начиная. Обещает угостить пловом где-то в горах, по-узбекски. Сидеть надо на полу, как триста лет назад. Ну, вот и все. Целую крепко тебя, моя дорогая, примерная образцовая жена и моих очаровательных песенят. Привет, Лиди Пални. Пиши немножко, Саша. Алмата. 9 апреля 1948 года. Дорогая Лилечка, вот я в Алмате. Кругом высокие горы в снегу, городок чистенький, с прямыми улицами асфальтирован. Но скучный, по вечерам лают собаки, совсем как в деревне, а в пять утра кричат петухи. Движения мало, я пою в очень красивом оперном театре. Два концерта в вечер, в 7.30 и в 10.30. С микрофонами. Принимают, как везде, горячо. Э, жрать нечего. Рестораны ужасные, и в них только селедка и баран, очень старый, со времен Тимура. Мне купили на базаре кусок мяса я его ем и на обед, и на ужин. Два кило хватит на все мои гастроли здесь, и больше ничего нет, кроме яблок, чудесных зимних яблок, которые я не ем, а переслать вам не с кем. Холодная весна, днем солнце иногда, деревья еще голые, все же это лучше, чем Ташкент. Несмотря на высоту 1600 метров над уровнем моря, я здесь себя чувствую лучше, чем там. У меня теплый номер, электрическая печка, и меня хоть не трясет целый день. Отсюда 12 утром на самолетике У-2 перелечу во Фрунзе. Вечером дам концерты. Там пробуду три дня и оттуда в Самарканд. Но для этого надо поездом вернуться в Ташкент и поездом же ехать в Самарканд. Довольно противные здесь поезда, мягких вагонов нет. Из Ташкента, когда ехал сюда 36 часов, в купе рядом со мной умер человек. Его так и везли в Алмату, как мертвого, но заплатившего пассажира. На меня это подействовало, можешь себе представить как. Переписываться мы уже больше не сможем, но телеграфировать я тебе буду отовсюду, чтобы ты в любой момент знала, где я нахожусь. После Самарканда Ашхабад и конец. Больше городов нет. В Ашхабаде я сяду в большой самолет и через Баку, Сталинград, за девять часов буду в Москве, если Бог сбережет. Как мои доченьки дорогие, убрали уже квартиру. Приеду я 27-28. Привезу чего-нибудь к празднику. Работаю как пес, бодро пою по казенке. В мае поеду в Киев, а потом июнь-июль буду жить с вами на даче. Эти вливания йода были большой глупостью с моей стороны. При них надо лежать, а не работать. И я чуть не сдох в Ташкенте, так плохо себя чувствовал. Здесь разница во времени три часа. И когда я уже пью чай в девять утра, то в это время в Москве шесть часов. Я слушаю радио и мне кажется, что я дома. Через двадцать дней я уже буду дома, если Бог даст. Ну, Пекочка, целую тебя крепко, учись хорошо, это все, что я тебя смогу оставить, ремесло. Целуй детей, привет нашим бабушкам, да хранит вас всех Господь Бог. Ваш муж и папа Саша. Нальчик. Четвертого девятого сорок года. Дорогая Лилечка, сегодня, в два часа дня, закончив вчера гастроли Форджаникидзе, сел в удвашку и через пятьдесят минут опустился в Нальчике. Я не хотел лететь в удвашке, потому что болтает на ней ужасно. Но потом подумал, сколько надо переться поездом, потом пересадка, а потом еще два часа машиной, и полетел на мое счастье погода внезапно похорошела и меня даже не качнуло ни разу вот я и в нальчике городок обычный гостиницы неважная но у меня номер чистый и есть вода самое главное получил твою телеграмму обе но пока ты ответила вчера вечером в магазине уже все раскупили ну и слава богу здесь я пробуду два дня седьмого утром на машине уеду в Пятигорск. Тут часа два езды по чудной дороге. Немцы ее еще построили. В тот же вечер у меня концерт в Пятигорске. И утром уеду в Железноводск. А девятого буду в Кисловодске, где задержусь не больше двух-трех дней. И в Ростов. Теперь пиши мне на Ростов Госфилармонию. Я чувствую себя совсем неплохо и работаю без особого напряжения. Моя печень, очевидно, поправилась от овощей, которые я стараюсь есть все время. Я живу в поездке, как в деревне. Ничего не знаю. Сегодня, наконец, прочел правду с описанием похорон бедного Василия Ивановича. И с Бойкиной статьей о нем, кстати, очень неплохой. Речь идет о Качалове и статье Ливанова. Эта смерть произвела на меня очень сильное впечатление. Я вспоминаю его последний творческий вечер в Цедри. Помнишь, когда он вышел, вся публика встала. Потом я был у него. Он был грустный и усталый, и больной, как шаляпин. Уходят мои учителя и кумиры моей юности. Будут ли еще когда-нибудь такие гиганты актеры? Едва ли. Это уходит созвездие актеров до моей эпохи. А следующее уже мое. Да. Но не будем предаваться грустным мыслям, будем верить, что Бог даст мне еще увидеть своих внучат. Пока все хорошо, я очень бодро настроен. Как мама уже уехала, что говорят песенята? Ужасно скучаешь по Москве и всему в поездке. Сегодня, на мое счастье, в номере у меня есть радио. Я пишу письмо тебе и слушаю хор Свешникова. И мне кажется, что я в Москве, и мы с тобой сидим в зале Чайковского на их концерте. В Кисловодске, наконец, прочту твои письма: Ну, пока, целую тебя, Крепочка и доченик любимых. Да хранит вас Бог, твой, Саша. Постскриптум. Получили, доченьки мои, открыточки. И что говорили, напиши. Москва, 8 июля 1949 года. Дорогая Пека, что-то по письму не видно, чтобы ты о нас очень скучала. Ну, Бог с тобой, искусство прежде всего. Твое письмо шло четыре дня, а ты тут где-то рядом, недалеко от Москвы. Мы все здоровы, дети резвятся и шалят на даче. Биби шляется то к соседям, то Коле и Саше. А Настя дружит с Элочкой и говорит, что отдыхает от Бибки. Недавно, сидя у меня на коленях, она оглядела меня хозяйским оком, потом похлопала по щеке и сказала, «Ты у меня красавец!» Я скромно согласился. Я частью на даче, больше в Москве. Пока идут только репетиции, примерки моих великолепных облачений, и мы уже вместе с режиссером переделываем окончательно тексты моей роли, которая написана вертой довольно хреново. С 12 я начну выступать в Бауманском саду. У меня 12 концертов с антуражем. Я пою только одно отделение. Отпуска пока не беру. Все равно денег у ГБ нету. Гастрольбюро. Их счет арестован. Возьму, когда у них деньги появятся. Лифт, кажется, закончили. О, счастье! Твое письмо передал Лиди Палне. Она тебе все вышлет. Я очень устаю, но ничего бодрюсь. Бибка получила официальный титул «Королева грибов». Она изумительно их находит, и мы едим их каждый день. Приезжай 26-го. Пока. Целуем тебя всем семейством. Саша. Львов. 25 сентября 1949 года. Дорогая Пекочка, Долетел я благополучно. В Киеве имел посадку и на аэродроме встретил самолет с нашими мосфильмовцами, которые уже отыграли свое во Львове и летели домой. С ними была Валентина Серова, Кадочников и другие. Меня встречали, а на другой день я поехал смотреть съемку сцен Ганны Лихта. Персонаж в кинофильме «Заговор обреченных» встретили меня как родного. Не было ни одного рабочего, который бы не приветствовал меня, не пожал мне руку. Я был просто растроган. На другой день, то есть вчера, с утра начались мои сцены, молебен на площади. Потом часть богослужения по латыни. Я тоже выучил. А накануне провел вечер с экспертами, католическими священниками. Они учили меня богослужению и молитвам и обрядам. И когда вчера я играл при тысячной толпе и еще большей толпе зевак, Ксензы со всего города сбежались смотреть. Они сказали Михаилу Константиновичу Колотозов, режиссеру кинофильма Заговор обреченных, что такому кардиналу мог бы позавидовать даже Ватикан, и были потрясены благородством образа и точностью исполнения обряда. Можно подумать, что он служил всю жизнь, сказали они. Здесь был директор мостфильма Кузнецов. Так Михаил Константинович говорит, что он в меня влюбился. Я целиком окунулся в эту атмосферу и не замечаю усталости, хотя очень тяжело стоять на площади 12 часов подряд. Я выбирал облачение из музеев, примерял в костюмерной митры, посохи и драгоценности весь первый день. Зато все на мне подлинное, великолепное и без клюквы. Когда я вышел из машины в полном кардинальском одеянии, то какие-то старухи крестились, приняв меня за настоящего кардинала. На днях пришлю тебе последнее фото. Вообще я счастлив. Концерты меня мало интересуют, и я вчера, возвращаясь со съемки, с любопытством прочел на стене афишу Вертинского. Оказалось, что он поет 25-го, и что у рояля Брохес. Это не доходит до моего сознания. Но денежки нужны, и я пою. Завтра и послезавтра я снимаюсь, а 28, 29, 30 и 1 уезжаю в поездку. В города на концерты и второго утром уже снимаюсь в Ужгороде. Работы много, сценарий сильно расширен в связи с событиями в Венгрии. И сцена моя будет уже не в американском посольстве, а в югославском. Кроме того, Михаил Константинович поручил мне написать самому себе текст речи о голоде. Я написал, он одобрил, и я уже сыграл эту сцену. Попы были в восторге от текста и сказали, что она написана с большим пониманием образа и типа кардинала и вся в католическом духе. Мишка уже прилетел, сейчас был у меня и рассказал все о тебе, окнах и крыше. Опять надо ходить в Моссовет. Сегодня все наши будут на моем концерте. Вот все пока. Дальше буду писать. Целуй моих обожаемых доченик, про них все спрашивают. Из Ужгорода напишу планы на дальнейшее и дату приезда. Привезу фруктов. В Ужгороде они чуть не даром. Крепко целую тебя, и Муней Пуней. Саша. Львов. 27 сентября 1949 года. Дорогая Лилечка, вчера закончил свои сцены на площади и сегодня отдыхаю. Все кажется удачно. Я говорил речи к народу, тексты писал сам и Михаил Константинович их одобрил. На новые сцены в Ужгороде Михаил Константинович меня просил тоже написать текст. Я уже сдал их ему, тоже одобрил. У верты ничего нет, приходится самому все создавать. Таким образом, роль кардинала выходит на центральное место. В особенности в связи с последними событиями за границей. За это время я очень подружился с Михаилом Константиновичем. Я пел концерт, и весь Мосфильм пришел меня слушать. Я спел «Беса». Михаил Константинович сказал, что я великий актер. А про «Беса» сказал, что это вообще гениально. Наш оператор Магитсон тоже был потрясен и хочет снимать весь мой концерт на пленку. Я совершенно уже отравлен фильмом и не могу от него оторваться. Переживаю за всех. Вот что значит крепкий коллектив. Это вопрос самолюбия каждого из нас. Завтра у меня концерт в Драгобыче, потом опять Черновцы и оттуда в Ужгород. Концертов будет немного, потому что главный устроитель Островский ушел в отпуск, и тут осталась одна мелкота, которая не хочет работать и которой наплевать на все и на мои концерты тоже. Вообще нигде я не видел столько бездельников, как тут. По улицам города целый день фланируют паны и паненки, которые нигде не служат и не хотят служить. Все они занимаются гандлем, торговлей, перепродавая друг другу отрезы и всякие другие вещи. На это живут, а в субботу идут в ресторацию со своими паненками и танцуют. Все в длинных пиджаках и причесаны по-голливудски, как армяне из Еревана. Посылаю тебе ряд разных фото. Тут нас заедают поклонники, на массовках их сотни, и все они хотят сняться с Дружниковым и мной. Чуть меня не задавили, так все лезут в аппарат и даже старухи. А глазеющая толпа еще больше. Не дают работать, и мы их поливаем из кишки пожарной, чтобы разогнать. Они мокнут, идут домой, переодеваются и опять приходят. Ужас! У гостиницы стоит день и ночь толпа и выкрикивает дружников, кадочников, даже ночью. Мы никуда не выходим. Ты, конечно, газет не читаешь и не знаешь, что в Америке паника. Посылаю тебе вырезку. Это значит, что войны не будет, и наши дети могут спокойно расти, а страна наша цвести и строится. Прочти внимательно и спрячь. Я и хочу остеклить и в рамку взять. Завтра улечу в Черновцы. Ну, целую тебя и моих собаков. Скучаю по вас, моя дорогая семья. Саша. Владивосток. 11 октября 1950 года. Гостиница «Интурист». Дорогая Пекочка, совершенно замучился с этой проклятой дорогой. Девять дней. Спать невозможно, качает и трясет. Есть нечего, кроме взятого с собой. В ресторане ужасная гадость и, вдобавок ко всему, собачий холод. Топить будут с пятнадцатого. И как насмех со мной в вагоне Ехали угольные генералы из Министерства угольной промышленности, здоровые как медведи. В первый вечер они напились в дымину, вытащили меня из купе и чуть не задушили в объятиях. Потом стали учить проводника всем вагонам, как воровать уголь на станциях с платформ. Он долго отказывался, потом согласился, бедняга. С самого начала мне пытались подсадить в купе даму с ребенком. Я поднял страшный хай, вызвал начальника поезда и стал на него орать. Потом прикинулся сумасшедшим и стал грозить, что выброшусь из поезда. Они испугались и дали мне мужчину, угольного генерала. Он меня мало беспокоил, так как все время пил в ресторане или играл в купе в пеферанс приходил только ночью спать. В Новосибирске они все слезли, и я остался один в купе уже до конца поездки. Девять дней мой слух терзало радио, которое фальшиво, детонирующе до ужаса, играло пластинки Утесова, Бернеса и других, светил нашей эпохи. Особенно много было Александровича на еврейском языке. Почему? Не знаю. Потом, когда население поезда узнало, что я еду, началось массовое паломничество пьяных пассажиров. Меня обнимали, тискали, обслюнявили и чествовали насильно до потери сознания. Я вспоминал слова Саши Черного. Боясь, что кого-нибудь плюхну, пробрался тихонько на кухню и плакал за вьюшкою грязной над жизнью своей безобразной. Под самый конец меня поймали в ресторане молодые летчики и моряки, очень славные ребята, которые с таким обожанием слушали меня, окружив кольцом, и так благодарили меня за то, что я вернулся на родину, и за песни, с которыми они, по их выражению, с детства не расстаются, и за то, что я стал играть в кино, что это меня как-то утешило, и я подумал, что в сущности публика не виновата в том, что я избрал себе такую профессию, в то время как, если бы я был инженером или банщиком, или на худой конец ветеринаром, я бы тихо и скромно ставил клизмы коровам, и меня бы никто не знал и не чествовал. Так в размышлениях я доехал, наконец, до Владивостока. Отоспался, и вечером мы все пошли в цирк, чтобы забыться. Сегодня первый концерт. Я простужен и чувствую себя неважно. Город огромный, грязный, мощенный булыжником, битком набитый пьяными. Сюда из Магадана прибывают время от времени отсидевшие сроки преступники, набитые деньгами, скопленными за долгие годы работы в лесах, и другие, и пропивают их в несколько дней. Потом начинают грабить и опять садятся на прежнее место. Драки на каждом шагу. Город портовый, и страсти тут морские, буйные. Никаких комиссионок тут нет, так что твои мечты развеялись прахом. То есть они есть, но кроме рваных брюк и стоптанных ботинок в них ничего нет. Кораблей никаких нет, кроме наших. Губной помады никто не привозит. О, ужас! Правда, на базаре, говорят, продают живых крабов. Но кто их будет варить и с чем их есть? Майонез остался у Елисеева. А устрицы вообще обиделись и ушли отсюда вместе со старым режимом. Такова картина на сегодняшний день, как говорится. Как прошла твоя проба? напиши мне подробно о своих переживаниях в Мосфильме. Меня это интересует, как встретили тебя в институте, как ремонт, а главное, как мои обожаемые собаки, сюкины дети. Кто водит бибочку в школу? Пиши «Скоро» и только авиапочтой. Я пробуду здесь дней 15-20. Потом Хабаровск, я тебе оттуда протелеграфирую адрес, а то филармонии может затерять письма. Я долго думал над ролью Скотта, персонаж в кинофильме «Прощай, Америка», и решил, что она мне не подходит. Во всяком случае, в интерпретации Давженко. Притом я из тех актеров, которых нельзя учить и переделывать на свой лад. Мне надо играть так, как я понимаю роль. Тогда будет хорошо, а иначе я не отвечаю за нее. Так было во всем моем творчестве, я одиночка и отвечаю сам за себя. Так должно быть и дальше. Колотозов меня не трогал, дал играть, как я хочу. Вот роль и удалась. А тут, в общем, я решил не гоняться за этой ролью а лучше посидеть в турне подольше. Возможно, что я и к Новому году не приеду. А что? Особого удовольствия посидеть в доме актера одну ночь я не вижу, да и ты тоже. Лучше работать и заработать денег детям на дачу. Если бы Михаил Константинович дал мне роль Локарта, было бы интересно. Колотозов предполагал снять кинофильм о так называемом заговоре послов. Я бы сыграл такую штучку, перед которой кардинал показался бы пустяком. Но он не начнет скоро, у него еще нет даже сценария. Я успею. Я скучаю, мунечка, по своей грузинской жене и украинским детям с кубанским характером. Напиши, кто звонил и что говорил. Как доченьки оценили новые кроватки, как их шубки отнесли, здесь холодно, но в шубе жарко, а дальше в Хабаровске и Чите уже морозы. Так что одет я правильно. Предстоит тяжкий путь на Сахалин и по разным точкам. Все же работать интереснее, чем сидеть, сложа руки. Ну, до свидания, Пикуля крепко целую тебя в ямочку на правой щеке, в носик и в губки. Песенят тщательно облизываю и пишу им отдельно открыточки. Привет, Лиди Палне. Храни вас Бог. Ваш Шмус и папа Саша. Владивосток, 21 октября 1950 года моя дорогая Лилечка. Сегодня вечером очень скучал. И как раз весь день думал о тебе и детях. И поэтому особенно был рад получить перед самым концертом твое уже второе письмо. Это так успокаивает, когда знаешь, что дома. Ну, я рад за тебя, что ты постепенно обретаешь себя в искусстве и идешь верной дорогой. Надо учиться у своего глаза, сердца и ума. Короче говоря, надо учиться у самого себя. Потому что если у тебя есть талант, то он, во-первых, божественного происхождения, а во-вторых, он уже не подведет такой учитель. А школа ⁇ это только курс грамоты, который надо хорошо пройти, чтобы правильно записывать то, что диктует талант. Поэтому работай, как тебе подсказывает он. Ну, я пою, уже спел десять концертов. Город отвратительный, дуют ветры, ничего нет, хоть шаром покати. Есть нечего. Бегали на базар, там тоже ничего. В ресторане травилка и хамство. Хотели мясо кусок купить, и у них изжарить не приняли. В гастрономах ни колбас, ни сыру, ни даже масло. Белый хлеб надо искать по городу. Но наплевать, мне ничего не хочется. Скоро отсюда уедем в Хабаровск, а оттуда на Сахалин. До 30-го пиши сюда, а потом в Хабаровск. Госфилармония. Если я улечу, мне перешлют. Вчера отправил письмо Довженко с отказом от роли. Пусть сходит с ума за свой счет, а я не хочу рисковать своим именем, играя как вымученный попугай то, что ему взбрело в голову. Письмо, конечно, вежливое, с соблюдением всех аппаранцев. Я что-то совсем перестал думать о кино. Надо делать деньги на дачу или квартиру. Как ты захочешь. А здесь масса точек, которые можно пить, и на меня в филармонии уже сотни заявок отовсюду. Вот и буду петь до смерти. Все равно второй раз я уже сюда не попаду. К праздникам, вероятно, не попаду домой, а в конце января или февраля приеду. Что ж, надо работать. А кино, ты права, от меня никуда не уйдет. Еще будут сто ролей. В Хабаровске, может быть, мне дадут вагон-салон, чтобы ездить по веткам. Там будут и проводник, и кухня. Будем опять в тепле, потому что дальше гостиниц нет. Прием везде хороший, но понимает меня, конечно, хуже, чем в центрах. Все время плохо с желудком. А тут еще в аптеках нет лекарств. Надо было с собой все брать. Сердце меня не беспокоит, хотя я не лечусь и даже порошков этих не пью. Все же меня очень держит сознание, что я работаю для своей семьи. Очень мелких и тяжелых, в смысле переезда точек, я избегаю и маршруты просматриваю сам. С меня хватит работы и в больших городах. Написал Колотозову. Читать тоже абсолютно нечего. Книг в магазинах нет. Был тут чтец Кочерян. Уже вчера уехал в Москву. Он тут с июля крутится. Заработал денег. Писать тебе больше не о чем. Спасибо за письма. Пиши, не ленись. Это моя единственная радость бедный ванин ванин василий васильевич актер и у него ничего не вышло с довженко как здоровье никулина никулин лев вениаминович писатель не звонил ну пекочка моя маленькая будь здоровенькой и не бегай в лоб зааддучиках в институт одевайся потеплее учись трудись ты гражданка страны трудящихся. Скоро увидимся. На праздниках не скучай, но до них еще далеко. Целуй моих обожаемых песенят, душа по ним тоскует. Привет маме, храни вас всех Бог, твой Саша. Владивосток, 22 октября 1950 года. Пекочка. У тебя нет конвертиков? Купи. А то ты посылаешь мне письма в конверте дома актеров. Сегодня послал тебе письмо, а потом вспомнил. Купили краба на базаре. Живого краба. Краб сдох. Или притворился мертвым. Мы понесли его в ресторан, чтобы сварить. Там его, во-первых, раскритиковали и сказали, что он не свежий, а потом вообще не захотели варить. После больших скандалов его, наконец, взяли варить. Он был без движения. Но когда его сунули в кипяток, он побежал и оказался живехеньким. Мы его съели. Ничего, краб как краб. И даже довольно вкусный. Но сначала он целый день лежал в номере у Мишки и Мишка боялся, что он залезет ему в кровать и дрожал всю ночь. Мишка обходил его, как цепную собаку, а собак он боится больше всего на свете. Письмо твое шло двенадцать дней. Дольше, чем поезд. Это значит, что самолеты не ходят. Вот и пиши при таких условиях. Надоело мне ездить катером на русский остров. Океан, здесь ведь не море, а тихий океан. Ну, волны, горы вдали, крепость. На вид зеленые, а на самом деле не тронь. Корабли наши разные. А я часто гуляю и стою на набережной и смотрю, как подъемный кран грузит песок. Это успокаивает. Иностранных кораблей теперь нет, только наши. В порту тихо. На днях уезжаю на ветку. Мне дал салон-вагон начальник дороги. Будут проводник, мягкие койки, даже кухня. Будем варить в вагоне суп и ездить по линии. Гостиниц нет, а в вагоне будем жить две недели, как в гостинице. Театры всюду холодные. Я кашляю посреди пения и проклинаю свою жизнь. Топить, говорят, будут с 15 ноября. А пока душа с тебя вон пой. Тут ко мне лезут разные люди и изъясняются. Надо много терпения, чтобы деликатно их выставить. Сегодня весь вечер лез один пьяный моряк. Еле спасся от него, уехал на концерт. Ты не думай, что я жалуюсь, я просто описываю тебе свое положение. А так все хорошо, все в порядке. Сегодня написал письмо Нине Ванне. Она ответит, и я буду знать все новости Мосфильма. Тут был Павлик Кадочников и имел большой успех. За картинами тут очень следят, другой жизни нет, и все знают. Меня мальчишки тоже приветствуют, как в Москве. Виктор, администратор Вертинского, фамилия не установлена. С отвращением носит мои письма на почту. Авиа надо ждать два часа в очереди, и он злится. А я хочу квитанцию, иначе не верю. Жрать катастрофически нечего. Стараюсь вставать попозже. 23 октября получил твою телеграмму. Что бы это могло значить? Я думаю, что это вина авиапочты. Самолеты не ходят из-за плохой погоды, и письма где-то застревают и ждут ее. Сегодня вернулся с концерта. Пел Артем Уголь. Шестьдесят километров туда и обратно замерз. Ноги особенно. Голос тоже не могу петь, что-то мешает в горле. Театры не топленные. Вспомнил то время, когда по приезде в СССР пел в холодных театрах. Тогда была война. Не топили. Теперь тоже не топит. Купил коньяку и кое-как разогрелся. Понимает плохо, а принимает хорошо. Мне в цирке рассказывали клоуны, как погибла моя приятельница, такая Ирина Бугримова, Помнишь, я тебе рассказывал, что я пел в Казани в цирке, а она пришла, познакомилась и сказала. — Пойдемте, я вам покажу моих мальчиков. Я думал, что у нее дети, и пошел, а оказались львы. — Так вот эти львы... Ее и растерзали. Самый главный лев, которому она клала в пасть свою голову, прикусил ее. Она вырвалась израненная, по лицу ее текла кровь. Когда лев увидел кровь, он осатанел и, ударив ее лапой в спину, переломил ей хребет. На другой день она умерла. Хотели облить зверей из пожарных шлангов, как полагается, но в них не оказалось воды. Так она и погибла. А я еще говорил ей, не надо мучить животных. Зачем вы занимаетесь таким скверным ремеслом? Она была уже пожилая женщина, но она училась этому с детства, и другой профессии у нее не было. Я занимаюсь песнями, смонтировал, наконец, красавец Россия Смелякова и начисто составил текст. И Аленушку тоже. Написал кое-что, но мне не нравится. Во сне каждую ночь вижу тебя и доченик, и все страшно. Просыпаюсь в ужасе, скучаю и смотрю на карточки. Где же мои муни-пуни? Завтра уезжаю отсюда, наконец. Отчертел мне этот город. Грязь одна. Четырнадцать концертов, хватит с них. Двадцать четвертого октября, утро. Вчера простудился, по-видимому. Это ночи. Очень тонкие подошвы в лакированных туфлях. И хотя я надел теплые носки сверху, все равно простудился. Это уже второй раз. Из вагона буду писать. Оттуда письма, наверное, будут идти годами. Это глушь. Завтра пою Ворошилов-Уссурийский. Три дня а потом пересяду в вагон и две недели, и только после этого попаду в Хабаровск, где надеюсь найти твои письма. Как твои успехи, Пекочка? Еще никому не показывала. Интересно. А доченьки хоть вспоминают меня или забыли? Ну, до свидания, Пикуля. Целую тебя в масявочку. Не скучай, не беспокойся за меня ничего со мной не сделается. Биби и Настеньку нежно целую. Будьте здоровы все, Саша. Станция Смольянинская. 31 октября 1950 года. Дорогая Пекочка, сижу на заваленке станционного амбара и пишу тебе письмо. Тут бродят утки, гуси, куры и козы с козлятами. Все голодные и ищут себе пропитание, копаясь в мусоре. Мы только что позавтракали чаем с сухим черным хлебом и сходили на базар. Там, кроме семечек, ничего нет. Но мы вчера купили во Владивостоке мясо и зелени, и сегодня будем готовить борщ. Неизвестно, что получится. Проводница какая-то псиша и ничего не умеет. Вагончик у нас маленький, в нем всего четыре места, а нас с проводниками пять. Причем их надо кормить, одна спит на полу. Трясет и мотает нас страшенно. Маневровые паровозы бьют нас целым составом в грудь. Тогда все стекло летит на пол, а мишка падает с верхней полки, где он во снах и грезах проводит большую часть суток. Так целыми днями мы стоим где-нибудь на задворках маленьких станций, а вечером за нами приходит машина и берет нас верст за 20-40 в ДК который мы и обслуживаем. Вагончик дрянной, и мы голодаем. На базарах ничего нет. Приходится питаться консервами, от которых у меня расстраивается желудок. После двух-трех таких концертов мы возвращаемся во Владивосток, где опять поем какой-нибудь концертишко где-нибудь в санатории. Сегодня или вчера Исполнился месяц, как мы уже ездим, а еще ничего не сделано. Десять дней взяла дорога и только двадцать дней рабочих. За это время я испел двадцать концертов, не потеряв ни одного дня. Условия очень неважные. Клубы нетопленные до сих пор, света нет, инструменты убийственные. Я все время простужен и никак не могу вылечиться. Скоро закончим здесь по линии, и числа 10-12 будем в Хабаровске, а может и раньше. Плана у них нет, и ничего вперед не знаешь. Вообще халтуры в этой филармонии страшные, хотя люди неплохие, но работать не хотят. Им не интересно. Что у тебя нового? Пиши в Хабаровск. Я пробуду там недолго, три-четыре дня. Мы не хотим сейчас петь в Хабаровске, потому что идет зима, и надо проскочить Сахалин до морозов. Вот мы и торопимся туда сперва. Скучаю по вас, мои дорогие. Как мои красавицы, доченьки. Как жизнь в доме, кто звонил. И нет ли чего нового. Целую тебя крепко, пиши. А то я как на фронте, Саша. 5 ноября 1950 года. Дорогая Лилечка, Только вчера отправил тебе два письма, а сегодня опять пишу. Это мое единственное утешение поговорить с тобой в письме. И хотя ничего нового за это время у меня нет, все же пишу. Как-то легче делается сегодня здесь тепло синее небо солнце сейчас 9 часов утра а у вас два часа ночи и вы еще спите и ты и доченьки я уже час как проснулся и обо всем передумал надо будет купить квартиру хотя жалко что это нам стоило так много денег и ее надо отдавать даром но ничего. А на дачу я заработаю в будущем году. Купил стихи Щепачева. Ничего себе, пишет как нужно. Иногда трогает, но удовольствие его стихи не доставляет. Потерял свои очки. И к лучшему, а то они были уже слабы для меня. Теперь у меня новые, сильнее, и читаю в них, не утомляя глаз вчера концерта не было и до девятого не будет пять дней отдыха пора а то голос утомлен ужасно да и кашель не проходит за это время мы переменили парад тут все использовано двадцать четыре концерта дал владивосток и район девятого первый концерт в хабаровске а завтра, в два часа дня, мы отсюда отбываем в Хабаровск седьмого утром в день праздника. Получил теплую поздравительную телеграмму. Спасибо. В Хабаровске пять концертов и на Сахалин. Как твои дела, Пекочка? Пиши мне почаще. Я тебе протелеграфирую мой сахалинский адрес. В общем, я чувствую себя неплохо. И если отдохну эти пять дней, то и совсем будет хорошо. Все мы скучаем. Знакомых нет ни у кого. Приходил цирковой приятель мой, Жеребцов, силач. Один поднимает двух коров. Страшной силы человек. Настоящий русский богатырь. Добрый, как дитя. И мой горячий поклонник. Тут много интересного, ведь тут рядом Китай и Корея. Приеду, расскажу. Целую тебя крепочка, моя дорогая верная жена Пека, Биби и Настеньку. Всего хорошего вам к празднику, Саша. 9 ноября Я уже поправляюсь, Пекочка, но все гудит, в голове шум, сердце стучит, и главное, это вечное в последнее время непрекращающееся беспокойство. Куда бежать, что делать, и главное, дети. Мне много лет. Как они вырастут? Доживу ли я до этого? Как их обеспечить? Все это мучает меня и терзает дни и ночи. А тут еще расхлябанный нервный аппарат актера-одиночки, дуэлянта и безответственного диктатора своих собственных идей, фактически непризнаваемого страной, но юридически терпимого, а на самом деле любимого народом и признанного им. Что писать, что петь? Есть только одна правда – правда сердца, собственной интуиции. Но это не дорога в искусстве нашей страны, где все подогнано к моменту и необходимости данной ситуации. Сегодня надо писать так, завтра иначе. Я устал и не могу в этом разобраться, и не умею. У меня есть высшая надпартийная правда, человечность. Гуманность. Но если сегодня нам не нужна она, значит надо кричать ⁇ убей ⁇ и так далее. Все это трудно и безнадежно. И бездорожье полнейшее. От моего проклятого искусства, искусства игры на тончайших и скрытых чувствах и нюансах человеческой души, во мне развернулась сложная и большая машина. Эти маленькие тайные моторы, стучат и дрожат и работают на холостом ходу. После концертов или после болезни и буквально сводят с ума. Целые дни и вечера в голове несутся отрывки мелодий, строки стихов, просто наблюдения, встречи, взгляды, мелочи. Все это шумит, перебивает друг друга. И я часто думаю, уж не сумасшедший ли я? Точно через мою голову льется какой-то поток. Какая-то река вроде куры, которая несет щепки и мусор. И только одно единственное средство ⁇ алкоголь. Он оглушает, успокаивает и заставляет исчезать всю эту свистопляску. Вот почему я после концерта всегда пью. Извини меня за это письмо, я еще болен. Скоро я приду в себя, и в Москве уже буду в порядке. Числа 17 утром буду в Москве. Доченик моих ангелочков божьих и тебя, мою дорогую жену Лилечку, нежно целую. Ваш Саша Папа. 13 ноября 1950 года, Хабаровск. Дорогая Лилечка, с большим трудом купил тебе в подарок эту редкую книгу. Ее невозможно достать, так как она издана в очень ограниченном количестве. Это антология грузинской поэзии. Все сегодняшние и старые поэты Грузии представлены в ней. Тебе это будет интересно почитать. Ты же у меня настоящая грузиночка. Посылаю ее бандеролью, чтобы не таскать за собой и не платить за багаж в самолетах. Вместе с этой книгой посылаю второй пакет. Это библиотека поэтов, которую я собираю. У меня будет маленькая специальная полочка для них. Сегодня вечером. У меня тут последний концерт, и завтра утром я улетаю на Сахалин. Это недели Натри. Вернусь сюда в Хабаровск и отсюда улечу на Магадан. Таковы пути мои, начертанные Богом. Очевидно, я должен исходить все пути и дороги моей родины, чтобы выражаясь языком поэта, глаголом жечь сердца людей. Людей меня слушает тысячи и слушает затаив дыхание но жгутся ли их сердца или нет я не знаю впрочем у некоторых они долго пылают и при встрече со мной они выражают мне свои восторги не давая мне проходу вчера купил себе коробку носовых платков цветных рижских и замшевые кирпичные туфли в москве этого не достанешь я все еще не вылечился от кашля и пою очень трудно. Целыми днями думаю о тебе и доченьках. Как они выглядят в шубках. После Сахалина полпути уже будет сделано и станет легче подвигаться к Москве. Пиши мне. Южно-Сахалинск. Госфилармония. А я по приезде завтра тебе протелеграфирую для точности свой адрес гостиницы. В общем, я чувствую себя неплохо. И когда кашель пройдет, совсем будет хорошо. Была ли ты у врача, как твои ножки? Одевайся потеплее. Уже холодно и скоро будут морозы. Целую тебя крепко в мордочку и в твердый грузинский характер твой муж, добродушный хохол Саша. Постскриптум. Доченик обожаемых, поцелуй за меня. Южно-Сахалинск. 17 ноября 1950 года. Дорогая Пекочка, вчера прилетел сюда из Хабаровска. Там я кончил 12-го, но три дня ждал самолета. Не было. Наконец, вчера выпустили нас. А тут, в Южно-Сахалинске, отложили два концерта, потому что я должен был петь 14-го уже. Паника была страшная. Звонки, телеграммы. Но ничего не поделаешь, ждали погоды. В Хабаровске было 25 градусов мороза, а в облаках 35. И самолет не отапливался, трубы замерзли. Можешь себе представить, в какую сосульку я превратился за три часа полета. Но вечером уже стоял на сцене, пел и улыбался. А все потому, что здесь получил твое и доченькины письма это меня очень поддержало тут у меня шесть концертов а потом дальше комсомольск николаевск советская гавань буду двигаться на самый крайний север малой земли как здесь называется халин а вы москва это большая земля хорош бы я был если бы уехал в драповом пальто мне и в шубе-то холодно. Край тут большой, и даже невозможно посчитать, где я буду петь, потому что артисты сюда хорошие не едут, интерес к ним огромный, и людям хочется послушать. Со всех концов малой земли летят телеграммы в филармонию, боятся, что я проеду мимо. Все это очень трогательно. И как-то совестно отказывать этим дальним точкам нашей Родины приходится терпеть и соглашаться. А условия жизни и переезда очень трудные. Почти всюду самолет, а в такое время это мука. Да и вообще я их побаиваюсь. Но ничего не попишешь. Раз попал сюда, надо выполнять задание, как у нас говорится. Кормят тут прилично, и ты не думаешь, что я ем одну колбасу. Номер у меня пустой, но большой и теплый. Кровать мягкая, что ж еще? Только вчера вернулся из концерта, зажег свет. Смотрю, крыса бежит через всю комнату и в дырку, в угол. Я поднял хай, вызвал директора. Дырку заложили кирпичами, и я спал спокойно. Я ведь их боюсь до полусмерти. Принимает меня очень тепло и слушает, затаив дыхание. Пиши пока сюда. Адрес мой. Южно-Сахалинск. Гостиница «Дальневосточник». Поцелуй моих куколок, доченик, и скажи, что папа очень благодарит их за письма. Настеньку за то, что читает по-английски и пьет рыбий жир. А Биби за четверки и тысячу поцелуев. Привет, Лиди Палми. Целую тебя крепко. Хорошо, что ты поговорила со студентами. Они тебе правильно сказали. А я тебе еще раньше говорил, что учиться надо у самого себя. И зорко разглядывать других. Ту фразу Чехова, которую я тебе писал, надо тоже понять. Он говорит, надо писать не так, как есть, и не так, как должно, а так, как ты мечтаешь. Вот видишь, как это правильно. Надо прислушиваться к себе и уважать свое мнение, если так можно выразиться. Прежде чем писать данный объект, ты спроси. — Лидия Владимировна, а как бы вы это написали? — И пиши так, как она хочет. Не старайся держаться в границах разумного, и очень уж большой воли ей не давай. А то она, может, Бог знает, куда зайти. Вот тебе мой совет. О Мосфильме я и не думаю. Играть то, что они предложили, злодеев и шпионов, меня не увлекает а настоящей роли нет. Так чего же мне торопиться? Роль меня сама найдет. Ну, еще раз до свидания, крепко вас целую, храни вас Бог, Саша. Пост скриптум. Посылаю доченькам серебряные бумажечки от чая и от папирос. Пусть играют. Я курю теперь хорошие сигареты, а то горло болит от дряни. 21 ноября 1950 года. Дорогая Лилечка, сегодня уезжаю в Корсаков. Это недалеко, там три концерта. Вернусь и уже пересяду в вагон-салон. Буду ползать по острову и петь разные точки. Это значит, отцепят вагон на какой-нибудь станции и стоишь весь день. Вокруг никого и ничего. Вечером за мной приходит машина и везет куда-нибудь. Километров за двадцать петь. Потом назад в вагон. Покушал и спать а ночью уже подцепят вагон к какому-нибудь поезду и повезут дальше. Утром проснешься уже другая станция и так далее. Я буду ездить вагоном дней 10-12. Потом вернусь сюда. И дальше неизвестно. Или на северный Сахалин, или вернусь на материк, то есть в Хабаровск. Сегодня выпал снег. У меня в номере собачий холод. Был сильный шторм, порвал электрические провода. И моя гостиница без света, без воды и без отопления. Впрочем, воду уже наладили. Тут много мышей, и они жрут все. Я прячу свою колбасу и хлеб за окном. Они достать не могут. Так они вчера увели мое мыло целый кусок. Я закрыл дырки кирпичами, но не помогает. Говорят, японцы здесь прежде разводили крыс. Не знаю для чего. Вот они и обнаглели. На периферии, говорят, есть в универмагах чехословацкое дамское белье, шелковое. Я куплю на глаз. Просил тебе дать мне свои размеры, а ты не дала. Вот и угадывай. Здесь раньше жили японцы, и все постройки очень легкие, из фанеры и папье-маше. Поэтому везде холод собачий. Отопление, горшок углей посреди комнаты и все. Если пожар, то все дома сгорают за 10 минут, как картонажные домики и целыми кварталами. Все домики одно, максимум двухэтажные из-за землетрясений. Тут потряхивает время от времени. Если будет сильный снегопад, мои концерты остановятся. Заметает дороги и сообщение прерывается. Тогда улечу в Аху и в Николаевск, на крайний север. А так я еще дней двадцать буду на Южном Сахалине. Между прочим, не удивляйся, если долго не будет писем. Отсюда они идут месяцами. А из Москвы сюда быстро. Послал тебе телеграмму 16-го, просил ответить телеграфно, как дома. Но ты не ответила. Но даст Бог, все хорошо у вас, и дети здоровы. Я держусь бодро, и кашель уже прошел. Пою хорошо. Принимает меня исключительно горячо. Все концерты полны, все продано. Выйти нельзя даже на улицу. Подходят и проедают плеш. Но такова моя судьба. Целую тебя, друг мой, крепко и деточек моих драгоценных. Саша. Холмск. 4 декабря 1950 года. Дорогая Лилечка, случайно на несколько часов приехал в Южно-Сахалинск и получил твое письмо. Страшно обрадовался. Сразу послал телеграмму. Я живу в вагоне и езжу по острову, пою разные точки. Восточные главным образом. Может, пурга и заносит все на свете, и вагоны, и пути и машины, которые за мной приезжают, но упрямо и твердо мы двигаемся вперед и побеждаем природу. Как нам удалось вырваться сегодня сюда из Паранайска, я и сам не знаю. Бог за меня. Впереди пустили снегоочиститель и подцепили наш вагон к ударному составу. И мы прошли. В вагоне тепло, Проводница нам готовит борщ, и живем мы прилично. Но доставать продукты трудно. Цены тут аховые. Например, мясо 45 рублей кило, яйца 75 рублей десяток. Правда, я их не покупаю, но вообще как тебе нравится. В магазинах кроме конвертов и спирта ничего нет. Он страшный из древесины, его зовут сучок или лесная сказка. Пьют, не разбавляя, и потом запивают водой. Никто из актеров сюда не заглядывает, кроме халтурных бригад. Поэтому мои концерты – события огромной важности и значения. Один чудак даже сказал, мы видим в этом заботу правительства о нас. Я его не хотел разочаровывать и скромно потупил очи. Бедняжечка, если бы он знал, что это я сам гоняюсь за длинным рублем, как тут говорят. Кстати, вчера на улице один пьяный пел. Сахалин мой, Сахалин, с сопочки с углями. Завались ты, Сахалин, с длинными рублями. А так все хорошо. Недавно в одной дыре пьяные железнодорожники чуть не сорвали мне концерт. Стали заказывать спой белогвардейские лимончики. Орали. Я уже хотел повернуться и уйти, но вступилась публика. Их вывели и арестовали, потому что в театре сидело все начальство и даже прокурор. Потом оказалось, что один говорил. Я сам слышал, как он пел в Киеве белым генералом эту песню. А у меня отродясь таких песен не было. В конце концов выяснили, что это Утесов пел, и я пострадал за популярность его блатного репертуара. А в общем, если не считать мелочей, публика здесь благодарная. Много пел у летчиков, они меня обожают, и закатывают овации. Мы все очертели друг другу. Мыться можно только из кружечки, лицо и руки. Сидим немытые, злые, одичавшие. И я ругаюсь ужасно. Все больные с утраматом. Это я открыл эту болезнь. В переводе это значит с утра мат. Все же самое трудное через неделю останется позади. Дальше работа на материке, где все же есть гостиницы и кое-какие удобства. Главное было проскочить Сахалин до заносов, и мы, кажется, проскочили. Осталось четыре концерта в двух городах и два в Южно-Сахалинске, и я улечу в Хабаровск. А там Чита, Улан-Удэ и так далее. Говорят, там морозы в 35 градусов. Но это полбеды. Буду сидеть в гостинице, а поезда топят. Пол работы уже сделаны. Еще месяца два, и я буду дома. Поздравь мою обожаемую младшую доченьку девятнадцатого и скажи, что папа ее целует всем сердцем и душой, и глазами, и приедет, привезет подарочек. Все же купи ей что-нибудь от меня тоже. Очень грустно, что бибочка болеет, смотрите за ней. Она такая живая и много бегает, и от этого простуживается. Не беспокойся, я пью мало, ибо тут ничего нет, кроме спирта и вообще ничего нет. Вот толкнули паровоз, наш вагон. И упала свечка, и залила письмо с теорином. Толкает нас дни и ночи, и я просыпаюсь каждые десять минут. Для спанья урываю время остановок, а то еще начинает все лететь на пол. Посуды, графины, термосы, чемоданы. Природа тут мрачная. Санки, снег и сухие деревья. В клубах, где я пою, холод собачий. И натопить их нельзя японскими печечками. Публика сидит в тулупах, а я синею за концерт. Зато потом отогреваюсь в вагоне. Бедность ужасная, край еще не освоен. А один псих написал книгу У нас уже утро, где расписывает такое благополучие, что уши вянут. Чуть не лимоны и апельсины зреют. Сады цветут. Гиганты строятся. Получил сталинскую премию третьей степени. Прожил тут четыре месяца и, написав, удрал Москву. Все смеются, говоря об этой книге. Бред. Говорят, ему уже попало за очко втирательства. В общем, ты обо мне не беспокойся. Я переношу все оптимистично и бодро. Главное, дачу купить. Кино меня совсем не волнует, и бросать свое дело я не собираюсь. Да и родлей для меня нет, бог с ними. Четыре песни уже у меня намечены и смонтированы тексты, а две я еще доберу. По приезде уеду в Киев, а не в Казань, и выпишу туда Ротта. Хочу совместить работу с отдыхом. Я не умею отдыхать нигде. Но Киев — родина. Поживу недели две, может, успокоюсь. Вот пока все, что можно было рассказать о себе. Трясет пояс страшно. Целую тебя в подурневшую, но для меня все равно красивую мордочку. И целую очень нежно и крепко и много раз. Вот. Попроси ЛП беречь моих дорогих доченик, а то я очень за них беспокоюсь. Передай ей привет. Пиши в Южно-Сахалинск, Госфилармония. Мне передают. Связь всегда есть. Храни вас Бог, Саша. Чита. 9 января первого года. Дорогая Лилечка, вчера, наконец, закончил эту проклятую манжурскую ветку и вернулся в Читу. Нет слов, чтобы описать тебе весь ужас этой поездки. Мороз 57 градусов, ты подумай только. Дышать невозможно. У меня были припадки удушья, и я рвал на шее ворот рубахи, не имея возможности дышать. Машины только виллис, холодные, раскаленные от мороза. А расстояние от одного ДК до следующего – 15-20 километров. Правда, нам давали тулупы, но все равно я приезжал полумертвый. Потом отходил, отогревался и вечером, как ни в чем не бывало, пел концерт. Из пяти концертов только на одном было относительно теплее а на остальных холод, как на улице. Поешь, а изо рта струя пара. Публика сидит в тулупах и валенках, а я во фраке. Правда, я под сорочку надевал свой свитер, но это мало помогает. И заметь, печи топятся на полный ход, но обогреть помещение не могут. Доходило до 60 градусов. Я проклинал свою жизнь, но дотянул до конца. Такова театральная дисциплина моя. Даже Мишка, при всей жадности к деньгам, чуть не плакал и просился домой. Я все же выпил эту чашу испытаний до конца. Принимали меня трогательно, сочувствуя моим страданиям. В ДК делали, что могли, но самое ужасное это у на у. Уборная на улице. Приходилось такой мороз ходить в уборную в сарай. Мы старались есть мало, чтобы не ходить туда, но это не помогало. Воистину, эта поездка может назваться ледяной поход. Если я и не был на войне, то теперь я заплатил за это сполна. Конечно, меня держало сознание того, что люди, приходившие меня слушать, живут в такой глуши, ничего не видя, ибо туда никто из артистов не едет, и для них это целое событие, мой приезд. И они так были благодарны, так рады мне. А завтра, то есть 10 января, я сажусь в поезд и еду в Улан-Удэ. Там у меня 4-5 концертов. После Иркутск. Пиши в Иркутск, потому что в Улан-Удэ не успеешь. Дальше, вероятно, будет легче. Все-таки гостиницы там приличные в больших городах, да и театры тоже. Впрочем, в театрах петь приходится мало, потому что они заняты труппами и дают только выходной день, а больше всего клубы. Заводские, железнодорожные или военные. В Улан-Удэ, например, у меня только один концерт в театре, а остальные в клубах. Конечно, время для поездки неудачное, сезон. С Иркутска я собираюсь проделать обратный путь по тем местам, где я весной пел. Это уже хуже. Многого не споешь, и некоторые города не берут меня из-за неимения помещений, которые все заняты. Это меня тревожит, потому что трудно выколотить ту сумму денег, которую я себе наметил для нашей дачи, где мои дорогие обожаемые девочки будут жить, загорать и расти. Но я упрямый хохол и всего добьюсь, хотя бы мне пришлось еще год ездить и мерзнуть. Из Улан-Удэ дам тебе телеграмму письма твои меня очень поддерживает и это моя единственная радость получить из дому письмо пиши мне помни что мне очень трудно напиши что у нас дома как дети как твое настроение и учение теперь уже я думаю недолго осталось в феврале я приеду в остальном все хорошо я здоров пока ничем не болею кроме мелочей, кашля и ревматических болей в суставах рук и ног, от мороза, вероятно. Поздравляю тебя и всю семью с праздником Рождества Христова, которое было вчера, 8 января. Напиши мне про елку и что было у вас и где встречали Новый год. Получил твою телеграмму, довольно суховатую, и от Осмеркина. А Смеркин — художник, друг юности Вертинского. Да еще Казимир меня поздравил. Вот и все. Ну, пока все, не думай, что я жалуюсь. Это просто привычка рассказывать тебе все, что происходит. А иначе и писать не о чем было бы. Поцелуй моих красавиц, доченик. Передай привет всем остальным. Да хранит вас Бог, Саша. Иркутск. 18 января 1951 года. Дорогая моя пекочка, ну вот все и кончилось. Улан-Удэ был последним городом Дальнего Востока, и на нем мое турне по Дальнему Востоку заканчивалось. Теперь я уже в Сибири, а это на 10 тысяч километров ближе и теплее, чем я был. Так странно, что морозы только 16 градусов вместо 50 и 60. Можно гулять, можно дышать. Гостиница приличная. Мне дали тот же номер, в котором я жил, когда был тут весной. Люди тут приветливее. Из Бадайбо прилетел геологический генерал Гаврилов, мой горячий поклонник. Все рады мне, встречают как родного я потихоньку оттаиваю от арктического холода и вечной мерзлоты. Помылся горячей водой, наконец. Надел новый костюм, отоспался и готов на новые авантюры и эксперименты над самим собой. О, юность, это ты! Получил в Улану удэ твою телеграмму и сразу стало спокойнее. Теперь уже немного осталось. Пока у нас заделано три города. Иркутск, Красноярск, Новосибирск. Увы, только по два концерта каждой. Я уже пел в них. А дальше еще два-три города и конец. Плохо еще то, что часть городов нельзя петь. Не заплатили гастроль бюро, задолжали, и им не дают артистов пока они не рассчитаются. В Свердловск я, кажется, не попаду из-за этого, а жаль. Там можно спеть пяток концертов. Легко. Там меня очень любят. Одно осознание, что я подвигаюсь к Москве, меня уже приводит в хорошее настроение. Таковы дела мои. Как же ты учишься, бедняжечка? Как экзамены? Ты теперь диамат сдаешь? Я боюсь, что ты станешь такой образованной, что я буду себя чувствовать дураком по сравнению с тобой. И часто плакал от испуга. Умом царицы ослеплен великолепный Соломон. Ну, целую тебя, моя героиня учебы и своих ненаглядных доченик, Саша. Новосибирск, 26 января 51 года. Моя дорогая Лилечка, вчера ночью приехал сюда, в поезде замучился. Номер мне дали прямо неземной. Ванна, уборная, тепло, чисто. Я блаженствую после своих горемычных дней. Привел себя в порядок, послал тебе телеграмму. Ответ на твою красноярскую. И сел писать тебе письмо. Да, в этой бочке меду есть и капли дегтя. Утром в ванную, где я мылся, спокойно зашла огромная крыса, посмотрела на меня удивленно и ушла. А выражение лица у нее было такое, и точно она хотела сказать. Но и гость теперь пошел. Голодранцы какие-то. Ни продуктов, ничего чего-нибудь съестного. В чемоданах одни папиросы, а авоська черный перец, который я везу с Сахалина домой. Позвонил Казимиру. У него родился сын. Он, конечно, уже в него влюблен и говорит, что он красавец-мужчина и совершенно непонятно, в кого он пошел. Я ему, дураку, еще в прошлом году говорил. Рожай сына. Это даже лучше стихов. А теперь я сказал, что это мой сын, а не его, потому что это я ему внушил. Он очень смеялся. Через час он приедет ко мне. Видел фильм ⁇ Далеко от Москвы ⁇ Ничего особенного. Павлик играет себя, Кадочникова, а остальные персонажи страшно орут на полном актерском темпераменте, изображая нового советского человека, которого, собственно говоря, еще нет, или вернее, он собирательный тип. Герои не так скоро рождаются, и их надо создавать в литературе и искусстве годами. Так создавались Обломовы, Онегины, Чарль Гарольды и прочие. А потом уже человечество начинает им подражать, этим образцам. И герой входит в жизнь. Советский человек, конечно, есть и существует, но он еще неполноценный герой нашего времени. И черты его разбросаны в каждом из наших людей. Его надо собрать и умно смонтировать. А вот почему надо его играть на сплошном пафосе, с таким напором, я не понимаю. Хорошо и спокойно играет о хлопков. Пекочка, что это ты все грипуешь? Верно, бегаешь опять в своей курточке. Надо одеваться тепло, пека а то ты слабенькая. Отдохни от экзаменов, полежи дома, почитай в кровати. Я скоро приеду. Осталась работа недели на две и конец. Устал я здорово, но выгляжу хорошо. Так говорят. Мне ведь надо поспать дня два, и я опять хорошо выгляжу. Скучаю по вас, мои дорогие родственники. Мои песенята, наверное, уже выросли. Скоро четыре месяца, как я езжу. Тут морозы слабые, девять-десять градусов. И я сразу перестал задыхаться и кашлять. Поезжай все-таки в Ленинград. Тебе же нужно для творческой зарядки. А к 15 февраля возвращайся. Я уже буду дома. Целую тебя крепко, лапочка моя, и доченик обожаемых. Привет, Л.П саша кисловодск 28 марта 51 года дорогая лилечка вчера часов в пять вечера попал в кисловодск а сегодня утром уже пишу тебе письмо погода тут солнечная хотя холодновато номер мне дали люкс на солнечную сторону отсюда вижу весь пятачок все на старом месте, перемен никаких. Так же движутся, как сонные мухи, наехавшие люди, не привыкшие отдыхать. От растерянности покупают всякую дрянь, вроде ермолок и костяных брошек, и с перепугу очень много едят. У Курзала огромный мой плакат с тоненькой надписью сверху «Лауреат Сталинской премии». Мы с Мишкой долго стояли, любуясь плакатом. Даже его фамилия внизу афиши как-то выиграла и звучит по-новому, более благородно. Как будто и он стал лауреатом. Впрочем, он так и считает, что он тоже лауреат. Я бы только крупнее написал эту заглавную строку. А они как-то стыдливо это пишут точно боятся, чтобы им не попало за это. Мой первый концерт, увы, только завтра, и, увы, не в Кисловодске, а в Есентуках. А второй здесь, третий в Пятигорске, и четвертый опять здесь. Пока все. И отсюда в Ростов. Со мной случилась беда. Я забыл все запонки и пуговицы от белого фрачного жилета. Не взяв с собой палехскую коробочку, которая лежит с табакерками в шкафу. Что делать ума не приложу. Сегодня пойду по магазинам покупать пуговицы и буду самых пришивать к жилету. Ведь таких сушками не найдешь. Перешли мне их всю коробочку, если можно, с кем-нибудь в Ростов. Позвони в гастрольное бюро Горюнову К06584 и попроси его переслать с кем-нибудь мне в Ростов и отдать директору филармонии Луковскому. Пожалуйста, Пека, не поленись. И еще одна к тебе просьба. Возьми книжку стихов Смелякова и перепиши стихотворение «Если я заболею, к врачам обращаться не стану» и сложи его в письмо. Я совершенно забыл о нем, а оно мне нравится, я хочу его петь. В дороге был не в духе, очень стало трудно отрываться от дома семьи. Сегодня отошел немного. Очень интересуюсь, как сошла твоя встреча с Птушко. Режиссер-постановщик кинофильма Садко. Напиши подробно, покупай яблочки доченькам и конфетки. Сегодня все утро смотрел на их карточку с барашком как два маленьких голубенка. Что за чудесные девчонки? Жаль, что тебя нет с ними. Рестораны тут на ремонте, обедать надо на вокзале, но это близко. Есть тут туфельки ночные, вроде летних, но только чуть оторочены легким пушком. Я хочу их купить тебе, если найду твой номер, 37 или 36. -й. Вчера мельком видел в витрине. — Ну, целую тебя, лапочка, не скучай, скоро приеду. Масявочек моих целую в носике. Ваш папа и шмус Саша. Ростов, 4 апреля 51 -го года. Мунечка, дорогая, что же ты ничего не пишешь? Я был уверен, что застану здесь твое письмо. Но, увы, ничего нет. Вероятно, ты разрываешься между институтом и Мосфильмом. Я только успел это написать, как мне подали твою телеграмму. Ну, значит, все в порядке. Я сразу успокоился. Вчера мне сделали операцию. Было немножко больно, но не очень. Я лежал весь день и ночь в кровати. И сегодня уже ничего, не болит. А только тянет вспухшее место. В понедельник я пробуду здесь до вторника. Мне снимут швы. Я еду в Тбилиси, лечу самолетом. Краснодар переносится на обратный путь. Через месяц-полтора вернусь в Ростов и сделаю вторую посадку. Так условились с доктором Румянцевым, Григорием Евстигнеевичем. Он милый, серьезный, немного угрюмый человек. Говорят, его долго мучили, и пока он добился своего, глотнул много горя. Операция длилась 3-4 минуты, а народу у него море. Тут рассказывает чудеса о его опытах. Мое счастье, что я успел к нему вчера, потому что он в тот же день вечером выехал в Среднюю Азию, где он открывает такой же институт. Через месяц он вернется. Сегодня у меня первый концерт в Новочеркасске. Еду машиной. Завтра в Таганроге тоже. А послезавтра начну Ростов, где у меня четыре концерта. Всего шесть. Сулханашвили страшно пугал меня телеграммами. То запрещая, то разрешая петь в Ростове. Пока, наконец, договорился с директором филармонии о погашении задолженности. Я уже думал, что не попаду в Ростов. Пять телеграмм получил от него и ответил. Наконец все устроилось. Дальше все пойдет по графику. Только Краснодар на обратном пути. Кисловодские концерты прошли великолепно. Одно удовольствие петь в хороших театрах. Публика сидит как зачарованная. А с тех пор, как я стал лауреатом, никто уже и пошевелиться не смеет. Я завожу Мишку, что теперь на афише его имя зазвучало по-новому, что сияние моей славы падает частично и на него. И долго серьезно уверял его, что надо что-то добавлять теперь к его фамилии. Лауреат писать нельзя, и вот я выдумал ему титул. Помощник лауреата Сталинской премии Михаил Брохес. Это звучит убедительно. Здесь тепло, но как-то неровно. В Кисловодске я вышел в костюме без пальто и схватил грипп. Так я пел с гриппом. И сейчас еще не выздоровел, но уже кончается. Запонок не присылай. Я кое-что купил, кое-что отобрал у Мишки. А к жилету пришил пуговицы. Пришивал сам крепко. Лилечка, ты не забыла о даче? Лето на носу, а потом дач не будет. Купил доченькам чувячки красненькие, чудные, 27-28 размер. Тебе и ЛП тоже, 36 и 37. -й. Но не говори ей об этом. Пиши над Тбилиси, филармония, сразу по получению этого письма. А то я недолго там буду, и ты меня не поймаешь. Заканчиваю книгу Никулина очень интересное, вроде Алданова. Очень скучаю по дому и семье. Скоро Пасха, зелени еще нигде нет, но подснежники продают уже. Интересно, есть еще телеграммы дома? И есть снимки в окнах ТАССа? Кто звонил? Пиши все. Пришли стихи Смелякова. Как твои дела в институте? Не жмут больше? Что ты пишешь и как подвигается композиция. Деньги скоро вышлю, еще ничего не заработал. Оказывается, будет еще в конце года переучет, сколько я заработал, и будет взыскан прогрессивный налог, как тебе нравится. Ну, целую вас всех, мои родные родственники, крепко-крепко. Ваш муж и папа Саша. Ростов-на-Дону, апрель 1951 года. Дорогая Лилечка, вчера должен был ехать в Таганрог, где у меня концерт, но уже с утра мне стало так плохо, что я еле держался на ногах. Я приписываю это гриппу, который я схватил в Кисловодске. Накануне я еле допел концерт в Новочеркасске, а тут и совсем расклеился. Вызвали врача. Прежде всего он уложил меня в постель и запретил ехать в Таганрог. А потом, осмотрев и выслушав, сказал, что грипп сам по себе обычный, но ввиду того, что я сделал подсадку, он усилен стимулом новых тканей, которые борются в организме. Поэтому он в такой сильной степени. Он, врач, дал мне чудесные порошки и ментол с маслом в нос и к вечеру мне стало лучше. А концерт пришлось отменить, там была паника, ибо был аншлаг 15 тысяч. Мне пришлось дать телеграмму в газету, что я спою на обратном пути, так как съехались лауреаты завода, стахановцы и обком. Сегодня я пою здесь. Но самое интересное это то, что в клинике, где мне делали подсадку, мое состояние вызвало восторг. Доцен сказал, что это значит, что подсадка привелась очень энергично, и поздравил меня с этим. В Новочеркасске видел Князевых, артиста эстрады, знакомые Вертинскому по Шанхаю. Они пришли на концерт с крестницей, им теперь дали квартиру, и они очень довольны. Мишка из рабского подражания мне тоже простудился в Кисловодске, у него грипп он лежит в своем номере, и ко мне никто не заходит. Каждый день справляюсь о письме в филармонии, но письма нет. Карточку доченик выпросил на день Луковский, директор филармонии, и его просили в обкоме показать. Там все в восторге от моих детей. Говорят, что моя премия — это сильнейший удар по эмиграции, который меня хоронила и расстреливала. Весь город говорит об этом. Книга Никулина оказалась чудесной. Давно не читал таких книг. Прямо Алданов. Я даже написал ему письмо с комплиментами. Отсюда десятого утром улетаю в Тбилиси, ибо одиннадцатого у меня там первый концерт. Оттуда напишу. В остальном все благополучно, если бы не болезнь. А то все эти дни я ужасно себя чувствовал. С нетерпением жду твоего письма, чтобы узнать, что у тебя вышло с кино и как твои дела в институте. Между прочим, тут уже получен новый приказ Комитета по делам искусств за подписью Оськина, чтобы актерам не платить ни копейки, ничего, кроме суточных. Остальное все в Москве. Значит, надо быть антрепренером самого себя и ездить на свои деньги ибо двадцать шесть рублей суточных хватит только на носильщика, пятнадцать рублей, и постель в вагоне десять рублей. Каково? Ну, пока целую вас всех крепко, не скучайте, да хранит вас Бог, Саша. Баку, 2 мая 1951 года Дорогая Лилечка, Наконец сегодня утром пришла твоя телеграмма, и я успокоился. Весь вчерашний день я был в ужасном состоянии. С утра ревел, не находил себе места. Все думал о доме, о тебе и детях. И о том, что никакой жизни у меня нет. Дома я бываю редко и ненадолго. Все праздники я где-то сижу в дырах. Подумай, Рождество на Сахалине, Новый год в Чите, Пасху в Баку. Ни твои, ни детские дни рождения никогда я не провожу дома. Ни одного праздника. Ну что это за жизнь? А еще Сулханишвили говорит по телефону. Мы высчитали, что вы заработали в этом году 250 тысяч. Почему он не вел счета, сколько они заработали? И сколько мне осталось после всех вечеров? И сколько мука, лишений и неудобств я выношу? Как тяжело работая. Нервы у меня в ужасном состоянии. Я переутомлен до предела и некому сказать. А тут еще с утра идет пальба с кораблей, а потом из двадцати четырех орудий. И все эти корабли и пушки стоят против моего балкона и садят. У меня вылетело оконное стекло. Грохот такой, как на войне. Утром и вечером салюты. Есть от чего сойти с ума. Мне надо отдохнуть и полечить как-нибудь нервы. Вся эта жизнь страшно отражается на здоровье. Сердце у меня дрожит целый день, как телячий хвост. Все время хочется плакать. Это все надо серьезно лечить. Я хочу поговорить с Румянцевым, врач-специалист по подсадке живых тканей. Перед второй подсадкой обо всем этом. Пусть что-нибудь сделает. Так нельзя дальше жить. Через год-два я совсем свалюсь или сяду в психиатрическую больницу. Надо как-то спокойнее жить и хотя бы на время перестать мотаться по стране. Я тебе уже писал, что концерты мне тут поломали, и я до третьего, то есть до послезавтра, ничего не делаю и сижу. Третьего и пятого два концерта. И дальше, вместо шестого по плану. Там уже остается четыре города. Махачкала, Таганрог, Краснодар и Ростов. Баку не заплатит ни копейки. Хотел 28-го, приехав сюда и узнав ситуацию, улететь к вам в Москву, но ни одного билета на самолеты до 5 мая нет. Да и билет туда и обратно 1200 рублей. Другие расходы. Но я и остался. Расходы у меня большие. Я все записываю, потом подсчитаем сколько сегодня стоит в себе концертные турне. Скоро не будет никакого смысла ездить в эти поездки. Сулханишвили звонил мне сегодня, уговорил на 20 тысяч заем, месячный заработок, как мы высчитали. Как мои доченьки переживают парад. Биби, наверное, была со своей школой, а ты, Анастенька. Или они стояли, как всегда, на подоконнике. Я сидел в номере и никуда не ходил. Погода вчера была хорошая, а сегодня хмура. Целую тебя, лапочка, спасибо за ласковые слова. Пиши, я думаю, в Ростов. А на Баку ты не писала? Я тебе много пишу, а от тебя только два письма за все время. Целуй, доченик, привет всем, Саша. Постскриптум. Нашли материал на пальто девочкам. Баку, 3 мая 1951 года. Дорогая Лилечка, наконец пришло сегодня твое первое письмо сюда. Я очень обрадовался, потому что эти дни был в ужасной душевной депрессии. Нервы развинтились окончательно. Дрожу, плачу, прихожу в ярость если меня кто-нибудь нечаянно заденет плечом. Вообще надо подумать о себе. Очень радует меня письма Бибочки. Скажи ей это. Но почему Настенька не пишет? Обиделась на меня, что ли? Спроси ее. Хорошо, что купили им пальтишки. Я уже хожу по всем универмагам, ищу материал, но ничего нигде нет. А шляпки какие, посмотреть бы. Чистки в Киеве ⁇ результат того, что искусством занимаются люди, ничего в нем не понимающие. Лебедев был трус, перестраховщик и неуч. Сашу Осмеркина он погубил. Театры свел на нет, разогнал много хороших коллективов. И вообще все разрушил и ничего не построил. Но там полетели еще и другие подпевалы. Вообще там была паника и по меткому выражению одного приезжего москвича, это был пожар в бардаке. Что же касается фильмового пожара, то это рикошетом отозвался этот разгром и на нем. Сегодня точно известно, что погорело 19 картин, осталось что-то около пяти. А твой Садко сгорел за плохой сценарий, так говорят киношники. Но будут взамен новые, может быть, для меня более интересные. Я тебя очень люблю, Пекочка, ты у меня любимый враг, не отшучу, единственный друг. Если от тебя долго нет писем, я прихожу в ужасное состояние. Кроме тебя и детей у меня на свете никого нет. И меня мучат эти вечные разлуки. А жить уже осталось так немного, как говорит Вертинский. Сегодня, наконец, мой первый концерт в Баку. Послезавтра второй, и я еду в Махачкалу, где их два. То, что Сулханишвили поломал мне Баку, это, конечно, перестраховка. Испугался, как бы чего не вышло. Официальные торжества 1 мая, и вдруг Вертинский. А театры были тут свободны, и все билеты проданы до единого. С двадцать восьмого по сегодня я ничего не делал и бесился. Получили вы компотик детям и травку вам через одного дядю? Письмо Рогожину, служащий в госконцерте, в Ригу я напишу, но в другие домики я не верю. Их нет. Здесь тепло и скучно, пыль тоже. Ты, бедняжечка, учишься здорово как твоя композиция и кукуруза? Купи консервы в банках. Это я сострил. Как выглядит Настенька? Кушает? Полнеет? У меня осталось четыре города. Два пройдут как сон, четыре концерта, а Краснодар и Ростов задержат подольше. Но это уже последние. За отпуск получу хорошие деньги. Ну, целую тебя, лапочка моя дорогая, крепко и нежно. Береги моих красавиц, доченик. Как справляешься без О.А.? Храни вас, Бог, мои дорогие, Саша. Баку, 5 мая 1951 года. Дорогая Лилечка, пишу тебе это письмо, чтобы не разговаривать с самим собой. Да чего же осточертел мне этот город, в котором у меня ни души знакомый? Был тут певец Бюль-Бюль, помнишь, народный СССР, депутат. Еще цветы мне прислал на концерт. Сейчас и его нет. Уехал в Цхалтуба, болен, ревматизм. Никого целые дни, сижу один в номере. Спать не могу, пить не хочется, хоть задавись. На второй день по получении твоего письма написал в Ригу Рогожину. Все, как ты хочешь. Не сомневаюсь, чтобы у него что-нибудь было, кроме той дачи, где он жил сам. И Мишка тоже не помнит ничего. В письме просил его срочно ответить мне на Москву. Так что, если придет от него письмо, вскрой и прочти. Сегодня у меня второй концерт, а послезавтра утром я уезжаю. Раньше нет поезда. Я все думаю о доме, тебе и доченьках, и о том, как я их повезу в Ригу. Надо будет взять несколько концертов в Риге, чтобы номер в гостинице ничего не стоил. Так значит, ты не хочешь ехать на практику. Хотя Таллин вполне приличный город и интересный. Там развалины старых замков, архитектура интересная. Чисто очень. В общем, это твое дело. В крайнем случае поеду к Мадорову тебя выручать. Мадоров, директор художественного института имени Сулькова. Как твои экзамены? Мало ты пишешь. Ничего я не знаю. Возможно, что на июнь я опять возьму Ленинград. У них это единственное время, когда они переходят в сад, а театр свободный. Потом Ригу и отдых. А в сентябре займусь полным репертуаром, выпишу ротто. Сейчас, конечно, нечего и думать о новых вещах. В реперткоме, как и всюду, паника. Они ведь тоже виноваты. Это они разрешили эту злосчастную оперу. У них там идет здоровая чистка, и они боятся своей собственной тени. И из перестраховки, конечно, ничего мне не разрешают. Дай бог, чтобы старого не тронули. А к сентябрю все уже утрясется и успокоится. И будет легче проводить что-то новое. Как чувяки, напиши мне. Хоть на вас они хороши. Может быть, дети мне сошьют в Ростове. Тридцатого, тридцать первого, да? Принимают меня здесь весьма горячо. Один сказал, что растворяется от моих песен блаженство, говорит. Номер хороший, террасы на море, ванна, горячая вода целый день, чистота. Полотенца каждый день меняются. А я с ума схожу от тоски и безделья. С двадцать восьмого только один концерт. Нет, я, кажется, не создан для отдыхов. Зато Мишка блаженствует. Мне бы его заботу, как говорится. В Ростове опять резаться. Надоело мне резаться, черт возьми. Одна боль кончается, другую начинай. Как фаншет-то себя ведет кошка в доме Вертинских? Не сбежала еще из дому с каким-нибудь бродячим артистом? Как провели праздники, Пасху в особенности? Я ничего не знаю. Когда у Биби начинается каникула, и как ее отметки? Ведь она из-за болезни много пропустила. Ну, пока, до свидания. Мунечка, целую тебя крепко. Скоро увидимся. Доченик, расцелуй за меня. А Настя так мне и не написала. Привет, Л.П. Саша. Таганрог, 13 мая 1951 года. Дорогая Лилечка, вчера приехал сюда, закончил два концерта в Махачкале и через Ростов сюда. Страшно выматывают переезды. В Ростове на день задержался, по плану был в свободный день. И сюда. Это я пою тот таганрог, который я отменил в начале, был болен гриппом. Теперь тут уже два концерта. На мою беду концерты в открытом театре, летнем, без крыши. Сук на кулис надувается, как паруса, и щелкает выстрелами. Временами хлещет дождь, а ветер дует прямо в горло мне он лобовой. Публика сидит, накрывшись плащами и зонтиками. Театр полон, а за стенами еще две толпы стоячих людей. Так по тысяче человек слева и справа. Мне кажется, что я пою на эшафоте. Ни один певец в Союзе не стал бы петь в такой ситуации. Но что же делать? Народ, люди пришли. Ждали меня месяц. Один раз я их уже обманул, я собираю все свои силы и пою. Слава Богу, хоть микрофоны стоят и кажется хорошие. Все слышно, все довольны. Ветром меня охлобыстывает с головы до ног, и я думаю, будет у меня воспаление легких или не будет. Так, дрожа от холода и горя, я заканчиваю концерт. Утешая себя мыслью о том, что если люди идут меня слушать в такую погоду, и не уходит до конца, то я не могу уйти со сцены, как часовой со своего поста. А сегодня второй концерт, там же, и погода пока такая же. Может, к вечеру стихнет. Получил два дорогих письмеца от доченик. Грею на них свое замерзшее сердце. Поблагодари их от меня, пожалуйста. Скажи, папа велел вас целовать и очень доволен вами и письмишками. Скоро приеду. Остался Краснодар один и потом Ростов. Завтра ночью уже буду в Краснодаре. Там, вероятно, придется поездить поездами около него. Сам город небольшой, больше двух концертов не выдержит. Значит, еще пара концертов, и после них сделаю операцию и в самолет домой. Румянцев уже вернулся из Средней Азии. По приезде буду с ним беседовать о себе. Как твои экзамены, Пека? Трудишься? Я, вероятно, уже не получу больше твоих писем. Но если будешь писать, то на Ростов. А так все, слава Богу. Выгляжу я неплохо. И пою тоже. У меня много вопросов о даче, о том, кто же останется в квартире и прочее. Но ты сама знаешь, и если будешь писать, напиши обо всех этих делах. Что это за красненькое пальто — о которых пишут дети, и почему их продали. Целую тебя крепко, желая ни пуха, ни пера в экзаменах. Целую, доченик. Привет, Л.П. Саша. Ижевск. 13 февраля 1952 года. Дорогая моя пикулечка, ситуация здесь неважная. Гостиница грязная, номерок маленький и тусклый, с одной кроватью и шкафчиком. И даже повесить вещи негде. Но все это не важно. Это обычный фон моих поездок. Жить можно где угодно. И на второй день мне даже нравится эта дырочка. Тепло не дует. Сидит человек на жордочке, как птица в тесной клетке. И мило даже. Только надо быть скромным. Очень скромным и мудрым. И тогда будет везде хорошо. А люди, они везде одинаковые живут своей трудной жизнью и радуются моему приезду. Сегодня у меня нет концерта. Мы все втроем пошли в цирк и посмотрели, как за 40 рублей в вечер люди рискуют жизнью под куполом цирка. Днем они тренируются, а вечером работают. Дьявольский труд. После этого стыдно ворчать на свою жизнь, которая прекрасна в сравнении с ними. В цирке было пусто, и вся эта страшная работа проделывалась для сотни человек публики, которые даже не понимала, как это трудно и страшно. Я еще очень богатый человек. У меня есть молодая жена и чудные доченьки, а у других ничего нет. И они рискуют жизнью из-за куска хлеба каждый день. Из-за хлеба, то есть тарелки борща и второго блюда а квартиры тоже нет, потому что они кочуют из города в город. Правда, правительство разрешает им возить с собой жен и даже престарелых матерей, потому что они кочевники. Это и очень мудро. Все расходы оплачиваются. Ко мне пришли клоуны поговорить в антракте, погрустили, покачали головами и разошлись. Все. Кто-то у них недавно убился. И теперь приказ, чтобы все были на лонжах, то есть на тонких стальных тросах, которые их в случае чего удержат. Вчера днем пошли в кино. Посмотрел восьмой раунд. Вспомнил Америку, которую знал когда-то. Боже, как все это далеко. Холеные, благополучные люди, шикарная жизнь, выдуманные страсти, искусственные добродетели и наказанный порог. Здорово. Нам бы так. Наверное, не выдержали бы, померли от чистоты, захлебнувшись собственным благородством. Городок это стоит далеко от главной трассы, и к нему очень трудно было добираться с пересадками. А дворец культуры такой, что в Москве нет роскошь, люстры хрустальный, мрамор, зеркала, ковры. Вот она, наша советская жизнь. Все для народа. Сегодня вечером у меня первый концерт. Один концерт сорвался. Надо было ехать в Сарапул. Невероятная дыра с пересадками, и оттуда лететь на Удвашке обратно сюда. Тут садиться в рабочий поезд и ехать в Агрыз, где пять часов надо ждать московского поезда, идущего на Свердловск. Я отказался, у меня нет сил. А эти маленькие у два вытрясают всю душу. Так что здесь только три концерта. 18-го выйду отсюда, и девятнадцатого буду в Свердловске. Там уже прилично. Я уже грущу по дому, вспоминая своих озорных девчонок и их строгую маму. Тут какие-то кофточки чехословацкие продают. Зайду поглядеть. А так все обычно. Доедаем сухие московские колбасы. И вечером пью немного водки. Днем ничего не пью. Вещей много набрал. Три чемодана и авоську. И все это не нужно. Мне лень даже чистую рубашку надеть. Незачем и не для кого. И помыться негде как следует. Вода ледяная и умывальники общие. Раздеться нельзя. Пиши, Лилечка, как твои дела в институте. И что нового. И как доченьки. Целую крепко вас всех, ваш муж и папа, Саша. Куйбышев, 21 марта 1952 года. Моя умная и добрая жена Пекочка, спасибо, что ты меня поздравила с днем рождения. Получив телеграмму из Москвы, я, конечно, испугался и долго не решался открыть ее. Я совершенно забыл о дне своего рождения. Наконец, открыв, обрадовался. Хоть день моего рождения только завтра. Лиля, Биби и Настя, это все, что у меня есть. Очень дорого и очень приятно. Дорогого папочку я еще помню, но любимого мужа труднее, потому что какой же я муж, да еще любимый. Это только ты у меня такая верная грузинка, что любишь меня, несмотря ни на что а то, собственно говоря, любить меня не за что. У меня уже неделя грипп. Я в полубольном состоянии пою вечером, а днем сижу дома, не выхожу. Достал урострептокофеин и глотаю. Чувствую себя неважно. Вчера был первый концерт в огромном полуторатысячном зале филармонии. Был аншлаг. Сегодня нет концерта, Завтра в ДК тоже аншлаг. Прием ультрагорячий, как в Москве. Директор говорил, после концерта все двери были открыты, и однако 15 минут ни один человек из зала не вышел. Чудеса. А мне все равно. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Тут много снегу. Старая гостиница с калориферами, от которых я задыхаюсь. Есть абсолютно нечего. Все с консервами. Но колбасу мы все-таки достали. Сахарный песок тоже. А водка из сучка, из опилок. Лесная сказка, как ее называют тут. Сказка Энского леса, как называли ее во время войны. Тут Юра Савельев из Шанхая, актер. Я его мельком видел. Он успел уже во второй раз жениться. Я ему холодно заметил, что он начинает не по-советски, и что у нас на это смотрят без особого восторга. Мальчишка, по-видимому, влюблен в себя и пользуется взаимностью. Я скучаю совершенно животно по детям и дому. В 63 года трудно так работать, как раньше. Возможно, что я отменю Украину на май и перенесу ее на весну 53 -го года. Нечего так загонять себя. С сентября по конец ноября у меня ведь Средняя Азия. Это даст достаточно денег. Дети растут без меня. Тебя я не вижу. Дома не бываю. Скучно и тяжело. Я уже не тот, что был, и мне все труднее работать. Ну, целую тебя, мой друг, верный и настоящий. Надеюсь, ты все понимаешь. Перекрести моих доченик. Саша. Минск, 31 мая 1952 года. Дорогая Лилечка, доехал я хорошо, поезд попался цельнометаллический, вагон мягкий. В общем, культурненько, как говорят у нас. В Минск приехал вчера, в 6.13 вечера. В вагоне мы нашли Минскую газету и прочитали в ней, что в опере у них танцует Уланова. Лебединое озеро. Я никогда ее не видел и решил превозмочь свою лень и пойти. И я был потрясен. Это какое-то чудо. Ни в России, ни за границей никогда я не видел такой танцовщицы. Сравнить ее не с кем. Разве только с Анной Павловой. Но я застал ее уже в преклонном возрасте в Париже. Это было уже не то. Как она танцует! Ее тело поет, как соловей. Каждый жест, каждое движение, каждый мускул. Забываешь обо всем. Уже не думаешь о том, какого дьявольского труда стоит эта легкость, эта воздушность. Ее техника невидимка. Она исчезает, растворяется в каком-то огромном вдохновении, которое зажигает все. Она пляшет, как пылающее пламя факела. Я ничего подобного не видел в жизни. Боже, каких вершин и высот может достигнуть творчество? Это точно Дух Божий. Я сидел и ревел от испуга и восторга перед этим страшным искусством. Так потрясать мог только Шаляпин. Это был даже не танец, а пение. За много лет я первый раз был потрясен почему я ее не видел раньше. Нельзя передать словами это впечатление. Тысячи мыслей были у меня в голове. Как удержать, сохранить на земле это чудо? Как оставить потомкам это Евангелие для грядущих веков, чтобы учились у нее этому высочайшему божественному искусству? Нельзя ни записать, ни зарисовать, ни запомнить. Вот в чем ужас людей ее профессии. А век, балетный век. Ей 42 года, и она уже уходит со сцены. Она сказала, что через год отпразднует свой 25-й юбилей и уйдет в расцвете сил. Я бы запретил это приказом Совета Министров. Как можно уходить в расцвете? Но говорят, что она не хочет пережить свой успех, как многие, и уйдет вовремя. Со сцены она красива, молода и воздушна. В антракте мы пошли к ней за кулисы. Я сидел в первом ряду. Она мне кланялась отдельно, знала, что я в театре. Мы вошли к ней в уборную. Перед нами стояла небольшая, очень худая женщина, вся в мелких капельках пота, с дрожащими руками и, о ужас, с немолодым уже лицом, и тяжело дышала. Я чуть не расплакался. Мне стало жаль и ее, и себя. И это бессилие нашего проклятого искусства. Жечь себя до тла, до дна, сгорать на медленном огне на глазах у всех и уйти в пустоту, ничего по себе не оставив. Воистину мы дети Каина, и на нас лежит печать Божьего проклятия. Нельзя страшнее наказать человека. И еще знаешь что? Она была как-то странно похожа на постаревшую Настеньку. Я выскочил из уборной, как сумасшедший. Я даже не помню, что она говорила. Что-то о том, что пол в этом театре покатый, и что ее тянет назад, и что завтра репетиция. Со спектакля я вернулся больным. С этой минуты я все думаю о том, как серьезно надо подумать, прежде чем отдавать наших девочек в балетную школу. Я вспоминаю слова одной балерины там, в училище, куда я водил детей. Помните, что век балерины очень короток. Это только половина нормальной жизни. Но и из этой половины, половину займет учение. Значит, ей останется для сцены и карьеры только четверть. Понимаешь, что это значит? Она поступит в 10 лет, кончит школу в 20 лет. 10 лет будет пробиваться и станет балериной в 30 лет. Сколько же лет ей останется для творчества и успеха? Если в 42 года, как у Ланова, она сойдет со сцены. 12 лет? И это все? Так для чего же идти на такой каторжный труд, на такую тяжкую учебу? чтобы сгореть, как свеча в одно мгновение? Нет, лучше уж пусть будет кем угодно, но только не балериной. Не знаю, что ты думаешь об этом, но я думаю так. Напиши мне куда-нибудь твое мнение. Расписание моих гастролей у тебя в ящике туалета. Мне это очень нужно. Мы, кажется, поторопились с решением. То есть, собственно, я поторопился. Надо все взвесить. Прочти это письмо маме, потому что она тоже была моего мнения отдать их в балет. Над этим надо подумать. Ну, целую тебя, мунечка, крепко и нежно. Сегодня вечером у меня первый концерт. Потом напишу еще. Целуй девочек, Саша. Москва, июнь 1952 года. Лиля, 28 -го вечером после того, как я подал прошение твои, первое, о разрешении держать экзамены осенью, второе, о том, чтобы поехать на практику, и пометил их 16 мая задним числом, я условился с Любовью Сергеевной, служащей в учебной части художественного института имени Сурикова, что она их подаст Кузнецову, преподаватель того же института а я ей позвоню. Вечером я позвонил. Она сказала, что Кузнецов разрешил первое прошение. Можно держать экзамены осенью. А второе сказал, что это не в его власти и зависит от Мадорова. Мне это уже не понравилось. Тем не менее, я в тот же вечер позвонил Мадорову на квартиру и довольно сухо изложил ему, что я еду в поездку завтра. И хотел бы знать, будет ли моя жена принята на практику или, по примеру, прошлого года не допущена до таковой. Он, по-видимому, уже получил от Сысоева, работник комитета по делам искусств, соответствующие указания, ибо говорил со мной очень холодно. Он сказал, я посмотрю, какие у нее успехи. По правде сказать, я немного боялся, что он вломится в амбицию и откажет, и решил, что сегодня утром, 29-го, я позвоню в институт, и если получу отказ, то пойду опять к Сысоеву или оставлю тебе письмо для него, чтобы ты сама отнесла в комитет. Однако в пять вечера, когда я позвонил его секретарше, она сообщила мне, что Мадоров разрешил. Интересно знать, что бы ты делала, если бы я не уладил твои дела? Благодари Бога, что у тебя такой муж. Теперь я уезжаю спокойно. Возможно, что я проболтаюсь числа до 15 июля в поездке. Тогда отпуск возьму с 1 августа, и ты к тому времени уйдешь в отпуск. Ну, пока еще раз целую. Пиши на Могилев, как только приедешь, а то письмо меня не поймает. Всего хорошего, Саша. 5 июля 52 -го года Дорогая Пекочка, получил оба твоих письма сюда. Меня очень огорчила история с твоей практикой. Я много думал об этом и пришел к заключению, что ты сама во всем виновата. В отделе кадров все были настроены весьма дружелюбно ко мне, когда я пришел, и сами мне посоветовали подать заявление задним числом. Да еще сами его и напечатали. Потом я поручил это заявление той даме, я забыл ее фамилию, словом главный там, и просил ее доложить Мадорову. И она все охотно сделала, и у Кузнецова, и у Мадорова. Значит, с этой стороны у тебя не было оппозиции. Мадоров разрешил мне лично по телефону. Кузнецову до этого не было дела, потому что он сказал этой секретарше, «Это не в моей власти, это решает Мадоров». И ничего против иметь не мог. Ты не выполнила нужных формальностей, и потому все так вышло. А формальности у нас все. На днях я уехал на концерт в запретную зону и забыл взять паспорт. Пришлось вернуться за ним, хотя со мной был лауреатский билет. Формальности — это все. А что ты их не выполнила, неудивительно. Ты так затуркалась со своим садко, что вообще все бросила. Если бы не я не привел твои дела в порядок, тебе, наверное, и экзаменов не отложили бы на осень. В общем, сама виновата. Ну, черт с ним, Отдыхай. Это полезнее для твоего здоровья, чем жизнь в проголодь в Одессе. Я кончаю 10 и 11 утром уезжаю поездом. 13 днем буду дома. Самолетом очень дорого, и лететь надо кругом на Архангельск, Вологду, 12 часов. Целую всех. До скорого свидания, Саша. Ялта, 20 ноября 1952 года. Дорогая пекочка, вот уже третий день сижу в Ялте, а погоды все нет. Холод собачий, и я жалею, что не взял теплых чулок и туфель на резине. Хотя номер мой по блату топит, но я целый день на студии слоняюсь и мерзну. Декорации чудесные, костюмы привезли. Играть я буду в кресле, сделанном по подлиннику того времени, и на руках у меня будет ручной голубь. Это я сам придумал, чтобы занять руки. С.О. это понравилось. Сергей Иосифович Осипович Юткевич. Начиная сцену стоя, спиной к аппарату. Дождь кормит голубей. Юткевич сказал мне в интимном разговоре, что скорее порежет Скандеберга в монтаже, которого в картине будет до черта, чем меня. Меня и так немного, и он не даст меня даже тронуть ножницами. Сегодня приезжают остальные актеры — Левкоев, Соловьев, мои партнеры, и Тенин, и бригада спортсменов-дублеров. Ялта неуютная, Ветер свистит, волны хлещут на тротуары, а небо свинцовое. Я сижу вечерами на диванчике, где спала Бибочка, и греюсь коньяком. Один. Впрочем, вчера к вечеру ко мне зашел Андрей Канис, очень милый человек, наш оператор. Мы с ним подружились. Дочитываю Никулина. Если будет солнце, то, возможно, я отснимусь в один день. Так сказал Юткевич. Люди говорят, что солнце будет скоро, вот-вот. Отсюда возьму самолет на Ростов, четыре часа лету. А деколону лаванда нет, расхватали уже. Фрукты на базаре, гниль и мелочь. Сейчас пойду искать теплые носки. Албанцы уже тут, они все очень скромные и милые. Но актеры никакие. Кажется, мамицу, героини кинофильма «Великий воин Албании» Скандербек, пришлют русскую из Москвы. Это слаба. Чуть ли не Павлову, балеринку из театра Станиславского. Скандербек будет, вероятно, харава. Андриканец говорит, что он уверен в том, что я был бы прекрасным Скандербегом, если бы меня попробовали. Что меня легче сделать молодым в сто раз, чем Хараву. И фигура у меня есть, и живота, как у него нет. Но уже поздно, Юткевич твердо решил, что мои кадры должны быть лучшими в картине, и сказал мне, что я украшение фильма. Ну вот, пока все. Целую тебя, лапочка, и моих непослушных песенят крепко и нежно. Скучаю по дому, Саша. Ялта, 21 ноября 1952 года. Единственное мое развлечение в этой тоскливой, холодной Ялте – это поговорить с женой. И вообще, кажется, разговаривать – это последнее оставшееся мне удовольствие. Остальное уже не для меня. Ну так вот, я простудился, еле хриплю, кашляю. Все это из-за сырости здешней и холода. В номере натоплено, а мыться надо в уборной, ледяной водой при собачьей температуре. Ясно? Сегодня у меня была репетиция с моими партнерами. Я пришел на нее без голоса и еле-еле дотянул до конца. Но кое-что интересное мы сообща нашли. Завтра съемка. В семь часов утра надо уже гримироваться. И точно Господь сжалился надо мной. Небо чистое, звездное и потеплело. Вдруг как в сказке. Надеюсь, что завтра будет солнце, и мой дворец зальется светом. А сегодня было решено снимать при любой погоде. Потому что декорации уже один раз размыли дожди, и больше их держать нельзя. И так они ждали нас два месяца. В два дня я отснимаюсь и уеду в Ростов. Главное завтра говорить. Мне надавали лекарств, и я глутаю все, чтобы завтра был голос. Приехали актеры, привезли слухи и сплетни. Много новостей. Погорел ряд картин. Между прочим, сталинские магистрали по сценарию Симонова, где снималась Валя Серова, картину сняли. Потом Пудовкинская жатва, будто бы тоже снята или будет снята. Приостановлена картина на далекой заставе, где снимался Владлен Давыдов. Картины Эрмлера, Рошаля и еще кого-то. В общем, разгром, начатый год назад, продолжается. Но есть и приятные новости. Мы будем ставить исторические картины. Это то, что я тебе говорил когда-то. Мы должны показывать историю в ее подлинном виде и в марксистско-ленинской трактовке. Я точно предугадал это. Будем ставить, как бы ты думала, что? Жанну Д'Арк, Гарибальди и другие. Дойдем, вероятно, и до Наполеона Тарли. Меня это только радует. Какое поле деятельности? Ведь я же актер для исторических ролей. А у нас таких актеров очень немного. По-видимому, со съемками моими в Скандербеге все будет хорошо. Все ясно, обо всем договорились с Юткевичем, и декорации чудесны. Вот только голос завтра. Приехала Курчинина, художник по костюмам. Она очень милый и скромный человек. Замерзает на студии, где не топит и завидует мне. Албанцы тоже. Наша картина в центре политики и для юбилея Албании. А так все под Богом ходят. Никто ни в чем не уверен. Бориса Годунова тоже сняли. Татьяна Николаевна Лукашевич ставит спектакль для кино Анну Каренину и тоже висит на волоске. А Колотозов играет с огнем. Его работу будут пронизывать насквозь. Таковы наши фильмовые перспективы. Я скучаю, смотрю на диванчик, где спала Бибочка. И все. Трудно в мои годы отрываться от дома. Ну, целую вас, мою бабье царство. Скоро буду дома. Храни вас Бог, Саша. Ленинград, 21 сентября 1953 года. Здравствуй, Пека. Сегодня туман, погода испортилась. Из моего окна даже Исаакия еле видно. Я вспоминаю стихи Огнивцева. В этот вечер над Невою встал туман, и град Петра запахнулся с головою в белый плащ из серебра. Невероятно скучно мне в этот приезд. Уже восемь дней, как я здесь, и кроме Алеши, Алексей Илларионович Ефимович, двоюродный брат Вертинского, который был у меня два раза, никого не вижу. Театры полны, успех огромный, вызывают без конца, а за кулисы никто не заходит. Ты же грозилась приехать, что же не едешь? Хотел сегодня позвонить, да подумал, может быть, ты на даче у Наташи. Скучно. Уже спел семь концертов, сегодня последний у Гершмана, директор театра эстрады. Я начинаю «Дворцы культуры». Это будет потруднее, тут они огромные. Ну, целую тебя, Пекочка. Доченик в рунишек тоже, в масявочку, Саша. Ленинград, 23 сентября 1953 года. Дорогая Лилечка! Никогда еще не было так скучно здесь, как в этот раз. Не знаешь, куда себя девать. И выйти на улицу нельзя из-за дождя. Я уже считаю дни, когда кончатся концерты, и я вернусь домой. Пока у них выходит до 2 октября. Вчера пел в изумительном зале бывшей императорской придворной капеллы. Такого красивого зала я еще не видел. В нем только одна царская ложа слева. По типу он напоминает большой зал консерватории, только меньше и наряднее. Акустика в нем замечательная, слышен даже шепот. Я одевался в библиотеке около эстрады. Когда-то директором этой капеллы был римский Корсаков, и это была его нотная библиотека. Публика самая лучшая в Ленинграде. Старушки, генералы, и прилично одетая молодежь. Между прочим, ворчливая имеет сногсшибательный успех. У меня в этом здании будет еще три концерта, что очень приятно. А сегодня в промкооперации, где зал на 2500 человек. У Файциммера выходит премьера над Неманом, и он, по-видимому, занят. Пока не звонит. Вот и все мои новости. Целую тебя крепко, больше писать нечего. Дочек целую обожаемых в носике. Привет, ЛП, Саша. Постскриптум. Лиля, ведь маме пора ехать в Цхалтуба. Выслать ей деньги, или она дождется моего приезда. Напиши. Москва. Пятнадцатое ночью пятьдесят третьего. Пека вернулся со съемки. Ну, все в порядке, проба удачно. И хотя я ее увижу только в среду, но судя по восторгу режиссера и окружающих, которые смеялись от души во все время съемки и потом засыпали меня комплиментами, все в порядке. Я, конечно, недоволен. Роль пока не отстоялась, немножко суетливо горяча. Все это пройдет, и великое спокойствие мастерства снизойдет на меня. Тогда будем делать чудеса. Интересно, страшно интересно. Все это новое и не в моем ключе, как будто. Но мой князь, петербургский жуир и бонивант, уже стареющий барин, бюрократ и шляпа, потому что балдеет перед юностью и красотой. Я его не комикую, как делает, например, Масальский в плодах просвещения, а просто отображаю в нем целую эпоху людей глупых, пошлых и самоуверенных в своем неотразимом превосходстве. Я, как всегда, обобщаю образ. Он не один такой, их много. — это целый класс. Другими они быть не могут. И этот князь по-своему мил и даже приятен. Словом, в среду посмотрим. А пока надо мыться. И смыть с себя клей, грязь и краску, и снова быть, как ни в чем не бывало, чистоплотным вертинским, с усталой улыбкой, проходящим по улице Горького. Мало ли чего мы умеем. — Скучно жить на этом свете, господа, — сказал Гоголь. — Но пока есть искусство, все же это спасение, хоть на время. — Покойной ночи, Саша. — Пост скриптум. — Посылаю тебе карточки грима, береги их. Я должен их вернуть. Это тоже еще не то, но уже лучше. Харьков, 1 марта 54 -го года. Дорогая жена Пека, как прошли Бибины именины? Кто был у нее? Что ей подарили мы и другие? Был Толт. Как пережила это событие Настенька? Она ведь не любит, чтобы она не участвовала в 50%. Я вчера весь день думал о них. Вечером пел концерт в филармонии. Сегодня в мускомедии, в театре на 1700 человек бывший цирк. Завтра 2 марта, выходной. 3 и 4 опять мускомедия. 5 день смерти Сталина, концертов нет. 6 и 7 опять два концерта и все. После этого я, вероятно, буду петь Киев. Мы созвонились с ним. Там все в порядке, они очень ждут меня. И вся остановка за гастроль бюро. Я думаю, что препятствий с его стороны не будет. Киев им ничего не должен. Я сделал Киев из-за того, чтобы на месте выяснить ситуацию с кино. Осторожно, конечно. На студии я не покажусь, а вызову к себе Женю Андриканица и все узнаю. Но Киев же я вообще обожаю, так что для меня это очень приятный сюрприз. Дальше, вероятно, Черновицы, Ужгород, Кишинев. Сегодня две недели, как я уехал. О дальнейшем моем продвижении я буду ставить тебя в известность телеграммами, чтобы ты всегда знала мой адрес. В Киеве гостиница «Интурист», вероятно, как всегда. В свободный день был в театре, смотрел «Закон Ликурга». Это переделка романа Драйзера «Американская трагедия». К ней доделали конец в нашем духе и, конечно, испортили ее. Потому что Клайд не идет на электрический стул, как у Драйзера, а женится на Сандре, а вместо него идет безработный, которого осудил продажный прокурор под нажимом богатых и так далее. Зрители в Фае утешали себя тем, что говорили, улыбаясь. Если бы Драйзер был жив, он бы теперь сделал такой конец. Интересно, какой конец дал бы Шекспир, Ромео и Джульетте, если бы жил теперь? Вероятно, он их направил бы в ЗАГС, а папашу раскулачил. Мои цветы цветут, они в горшках, я их поливаю, и они долго будут цвести. Жаль, что их нельзя взять с собой. Дочитал Франца, что за ум? Что за эрудиция и что за ирония? Прямо жаль, что книга кончилась. У меня, вероятно, не хватит крахмальных рубашек, если поездка затянется. Придется вам подослать мне в Киев пару рубах и воротников с кем-нибудь. Но я тогда напишу, как быть. Может я вернусь домой после Харькова? Ну, пока целую тебя, Мунечка, и дочек твоих и моих нашу гордость наших потомков. Привет ЛП, а насчет киностудии с ролью фламандца-купца не надо. Все равно я ее играть не буду. Пиши на Киев, Саша. Львов, 26 апреля 1954 года. Дорогая Лилечка, если б ты знала, как я обрадовался, получив твое письмо. Ты бы чаще писала. А письма доченик. Я ревел все утро, когда прочел, как Настенька со свойственной ей чуткостью, зная меня, пишет. Ты, папочка, не расстраивайся, что меня не приняли. Ах, вообще я был бы нищим, если бы ты мне их не родила. Все ваши домашние переживания, включая и твои огорчения по поводу билетов, как-то сразу согрели меня и на время вернули домой. Я только вчера послал тебе письмо, и поэтому за день еще не случилось ничего нового, что можно было бы тебе написать. Был вчера у друзей на Пасхе. Очень милый украинский дом. Я, конечно, как всегда, занимал площадку, то есть читал стихи и разговаривал. Было очень мило. Там все меня обожают. Академик Вялов был от меня в восторге, и все остальные тоже. Там был один художник, у которого коллекция пластинок тысячи в полторы. У него есть и Люсьен Буайе, и Морис Шевалье, и Мистангет, и Бинг Кросби, и, конечно, главная его драгоценность — я. Себя не стал слушать, но французов послушал с наслаждением. И даже Жозефин Беккер у него есть. Очень было приятно. Я уже спел три концерта в огромной консерватории, переполненной до отказа, и сегодня пою в опере. Львов, который помнит меня кардиналом, прямо с ума сходит. Но, увы, сегодня последний концерт в городе. Завтра я пою в Стрые, в ЦДСА, час езды на машине, и ночью возвращаюсь. А утром выезжаю на машине в Станислав, где у меня два концерта. Оттуда опять на машине в Черновцы и через два дня Кишинев. В нем у меня три-четыре дня и домой. Я пою каждый день без выходных, но пою хорошо и чувствую себя бодро. Меня тут наснимали до черта. Посылаю всем вам по карточке. Встретил одного человека из Парижа. Он говорит, что все в Париже есть, только жрать нечего. Правда, он уже шесть лет как приехал. Говорит, что все мои друзья живы, многие разбогатели. Спасибо еще раз за письмо. Оно меня очень согрело. Пиши на Кишинев. Поцелуй мою дорогую Бибочку и мою бедняжечку Тальони которые забраковали из-за моей дурацкой мужской ступни. Еще раз поздравляю тебя с двенадцатилетием и благодарю за все. Твой Саша. Ленинград, 30 мая 54 года. Дорогая Лилечка, хочу немного рассказать тебе о Ленинграде. За это время было несколько хороших солнечных дней и он был несказанно прекрасен. В яркой зелени и тепла он был как-то особо благостный, тихий и добрый, как человек, впервые вышедший на солнце после долгой и тяжелой болезни. Единственное, что портит его, это кумачевые тряпки, навешанные где попало по случаю трехсотлетия. Едва ли есть еще один город, в котором бы вы так не шли эти украшения. Это выглядит так, как если бы картину Леонардо да Винчи разукрасили бумажными розами. Страшно выглядят на фоне Зимнего дворца и всех этих величественных зданий, мавзолеев прошлого, огромные квадратные портреты наших вождей, плохо исполненные, без всякого сходства, с искаженными и одутловатыми лицами, похожие на утопленников. Да чего же бездарны наши оформители? Например, Булганин, у которого вообще умное и интеллигентное лицо, выглядит как старый земский врач до военного времени и уже скорее похож на Калинина или Деда Мороза, чем на самого себя. Исаки стоит, как улей с мертвыми пчелами. Что-то неладно с его куполом. Он дал трещину. Починка должна стоить что-то около 40 миллионов. Пока этих денег не дают. Каждый вечер, когда я еду на концерт, машина пролетает по площади мимо зимнего, через Арку, мимо божественного ансамбля Росси, потом по набережной, мимо растральных колонн или через зимнюю канапку по каменному мосту. И дальше, где мечеть и вся эта потрясающая панорама нева, одетая в гранит, Петропавская крепость, где бездарно сделали пляж на котором копошатся какие-то разноцветные муравьи. Все это волнует до слез. Я понимаю, почему ленинградцы не отдали своего города. Я бы сам с удовольствием умер за него. Какой безвкусный и обыкновенный кажется после него Москва. Я понимаю тебя, когда ты бродишь по городу и отдыхаешь от безкусицы нашей столицы. Он успокаивает и бодрит в то же время красавец город, блистательный Санкт-Петербург, как сказал поэт. А тишина в музеях, а огромные парки, а липы в летнем саду. И шумят, как бывало в лицейском саду, академики, липы и дети, писал какой-то поэт. Кажется, Всеволод Рождественский. Зарастает ромашкой мой городок, прогоняет по улицам стада, на летящий в сирене паровозный свисток, из глуши отвечает дриада. Только был бы мой сад золотистый широк, ничего мне от жизни не надо. Посетил по твоему приказу русский музей, видел Серова и Коровина и Головина и Куинджи, но до Врубеля не дошел. Живопись меня как-то мало волнует. Очевидно, я в ней ничего не понимаю. Архитектура и скульптура очень. Какой изумительный Петр I Антокольского. Я бы поставил его фигуру где-нибудь у морских ворот Невы, как говорит Ахматова, там, где он в Европу прорубил окно. Перед Асторией в садике цветут тюльпаны гиацинты, но какие-то чехоточные от недостатка солнца. Я с наслаждением переехал бы сюда жить. С каждым приездом я все больше влюбляюсь в этот город Петра и Пушкина, Фальконета и Росси, Бенуа и Блока. А главное, что тут нет такой толкучки, как в Москве. Тут можно спокойно ходить по улицам, заходить без давки в магазины и не слышать ругательств и визга наших осатаневших баб, злых каководы, грязных и жадных. Да, хорошо здесь доживать свои дни. Ну, я пою, помнишь, у Ларисы Андерсон замечательные строки. Я иду в этой жизни, спокойно толкаясь с другими. Устаю, опираясь на чье-то чужое плечо. Нахожу и теряю какое-то близкое имя. Успех у меня сумасшедший, иначе его назвать нельзя. Но меня он, как всегда, уже не трогает. У Андерсена, сказочника, есть фраза. «Да», — сказал старый диван, — «позолото сотрется, свиная кожа останется». Но его уже никто не слушал. Саша. Ленинград. 31 мая 1954 года. Дорогая Лилечка, вчера у меня был выходной. И мы с Алешей пошли посмотреть квартиру Пушкина. На меня это произвело огромное впечатление. Я и сегодня не могу от него отделаться. Это ужасно грустно. Диван, на котором он умер, перо, которым он писал в последний день, письмо его жене, не кокетничая с царем. Библиотека. Там была какая-то ученая из академии. Она нам много рассказывала. Не все в квартире подлинное, его личное, много пропало. Но заменено вещами такими же, той же эпохи, только он к ним не прикасался. Все книги заменили точно такими же, а настоящие хранятся в сейфах Академии. Портреты и акварели подлинные. Его трость, сабля, которую ему подарили в Арзруме, квартира скромная, и все это было так недавно. Точно его вчера убили. Я ходил по комнатам, и мне хотелось плакать. Все неверно, все жестоко, все навек обречено. Кто-то равнодушный и безжалостный создавал человека. Так подло, ни от чего не защищен человек, так коротка эта жизнь, и так трудно подниматься вверх по этой грязной лестнице жизни. В Ленинграде все еще держится теплая погода. Мне уже надоело здесь и скучно без тебя и детей. Вчера был на концерте Гиллельса. Он играет как зверь, какая силища. Точно в упор расстреливает толпу. Видел нашу Анну Ларионову. Она приехала на два дня пробоваться на двенадцатую ночь Шекспира. Рассказывала о дискуссии. Она меня очень расстроила. Оказывается, у Рейстофа, директор кинофильма «Анна на шее», рак желудка, и он умирает. А думал, что аппендицит. Вот еще иллюстрация к устройству человека. Сегодня 31-е. Ну, тебе еще осталось два дня, и ты будешь свободным человеком. Девятого ночью я сажусь в дизель, и десятого утром буду дома. Противно, что мне предстоит резаться. Но то черт с ним. Щеночка не куплю. Очень возни много с ним. Был у Кини, ел картошку и пироги. Она худая, как спичка. Целую тебя, лапочка, и воображаю, как ты устала. Теперь отсыпайся побольше. Саша. Киев, 9 февраля 55 года. Моя дорогая Лилечка, вот, наконец, я могу сесть за письмо и написать тебе. Это, наконец, свободный от съемок день. Всю эту неделю я с 7 утра и до двух ночи был на студии. Уезжали актеры, кто в Одессу, кто в Москву, и надо было отснять их во что бы то ни стало. А я играю с ними. Вот нас и мучили до потери сознания. Теперь павильон светлится отснят, и его уже разрушают. Следующий павильон ⁇ Посольский зал. Не готов еще, и у меня два дня свободных. Я ужасно устал. Сегодня спал целый день и только к вечеру привел себя в порядок. Все гудит, все тело ноет от поясов, сабель, сапог и прочего барахла, в который меня с утра одевают. Наконец я принял ванну и блаженствую. За это время я ел два бутерброда в день и ночью, вернувшись, кусочек сала и пару рюмок коньяку. Как всегда проклинал свою жизнь и клялся, что не буду больше никогда играть в кино. Но роль идет хорошо, и я, красавец-поляк, и все в восторге от меня, и, конечно, играть я буду. И все это актерское брюзжание. 10 февраля 1955 года. Сегодня звонил на студию. Надо получить деньги. Они условились 10 февраля. Обещает показать материал. Меня все время мучит мысль о квартире. Течет или они уже что-нибудь сделали. Я дал твердую телеграмму Яснову, председатель Мосгоросполкома с 1950 по 1956 год, в которой сказал, что Молотов меня направил к нему и что я полгода не могу попасть к нему на прием, что были десятки комиссий, а результатов никаких что жизни моих детей угрожает опасность, и что я жду, что он даст срочные указания, дабы предотвратить неминуемую катастрофу. Подписался полным титулом, указав, что лично не могу даже помочь семье, ибо занят работой в Киеве. В киностудии, надеюсь, это произведет впечатление. Во всяком случае, в воскресенье буду звонить тебе. Как только вырву деньги сегодня, сейчас же переведу тебе. Целую тебя крепко, моя пекочка, песеня тоже, Саша. Киев, воскресенье, 13 февраля 55 -го года. Лилечка, здравствуй еще раз. Я говорил с тобой сегодня по телефону, но еще и пишу. Сегодня на студии не работают, я целый день один. Сходил на базар, купил себе огурцов, соленых помидоров и капусты на ужин. А завтра с утра до двух ночи будет съемка. Надо закончить павильон светлица, после чего его развалит, и со вторника мы начнем осваивать и потом снимать новый посольский зал. После него идет подземелье но я в нем, кажется, не участвую. Так что после посольского я должен освободиться и вернуться домой, если все пройдет благополучно. Таковы мои дела на студии. Вчера видел материал свой. Ничего. Но я, очевидно, не умею смотреть самого себя. Особого восторга у меня он не вызвал. А все восхищаются. Очень сочувствую тебе, рождающий в муках своего Тристана. Но это как при настоящих родах. Пыжишься, пыжишься и, наконец, рождаешь что-то вроде дохлого поросенка, а смотришь, он человек, и уже дороже тебе всего на свете, и уже все восторги восторге от него. Такова наша судьба людей, избравших своей профессии искусство. Так что не унывай, всем нам больно рожать а другим еще хуже. Я тебе писал о бунте моих мальчишек. Попали в руки бездарному режиссеру и мучаются. Хотят в ЦК жаловаться. Ведь это только постановщики думают, что они делают картину. Картину делает актер и только актер. У меня, наверное, будут свободные дни или вечера. Мне пойдут навстречу. Что значит устал? от всякого труда устают. А семья у меня большая, деньги нам нужны. Успею отдохнуть до начала Москвы. Ну, пока целую тебя, моя дорогая Пекочка, еще созвонимся и спишемся. Поцелуй девочек. Я, вероятно, скоро буду дома. Твой Саша. Астрахань, 13 марта 55 года. Здравствуй, Пека. Летели мы семь часов. В Астрахани опустились в два часа дня. Приехали в гостиницу. Номер большой, с ванной. Накануне в нем жил министр речного флота, приезжал из Москвы. Ресторан есть. Но все мясные блюда зачеркнуты. Во всем городе ни куска мяса. Если хочешь суп, вари его из тяжелой индустрии. Зато есть рыба и очень свежая из Волги. Я ем солянку. Вчера был первый концерт где-то за городом в рабочем клубе. Прошел удачно. Я боялся, что отвык петь за это время съемок. И думал, что у меня не хватит дыхания на весь концерт. Но хватило, как видишь. Эх, если бы меня научили отдыхать, мне бы цены не было. Сегодня у меня концерт в драмтеатре в 4.30 дня, между двумя спектаклями. Надо было взять сухариков к чаю. Абрам избегал весь город, ничего нет, даже печенье. И вообще ничего нет, в магазинах пусто. Голос у меня звучал вчера, как на заграничных пластинках, когда я был молодым. Вот что значит не петь месяц. Теперь, если буду напевать новые пластинки, обязательно перед этим недели две помолчу. Совсем другой табак получается. Начал пить свои лекарства, из которых главное – коньяк. Сделал вчера первый укол. Еще два концерта и улечу в Сталинград. Все нахожусь под впечатлением овода. Книжку «Тайлеран» я уже читал раньше, но самое ужасное то – что я забыл ее в самолете. Не знаю, что я скажу Н.Г. Надежда Георгиевна, жена Осмеркина. Вспоминаю свой дом, жену и доченик. Пока еще не скучаю. Абрам сегодня идет на базар, может, что-нибудь принесет. Вчера надел фраг, спел концерт и почувствовал себя в старой привычной шкуре. Нет, положительно кино каторжный труд. Насколько неизмеримо легче петь концерт? Конечно, больше одной картины в год играть не надо. Разве только если попадется очень уж интересная роль. Вот и все, что можно написать из этого города. Больше писать нечего. Да, один шутник написал две глубоко проникновенные строки, которые несомненно войдут в историю нашей теперешней жизни сижу я с истрадавшимся лицом над выеденным мною же яйцом. До свидания, Саша. Сталинград, 18 марта 55 года. Лилечка, сегодня туман такой густой, что из окна не видно улицы. Хорошо, что мне не надо лететь, а то бы я волновался. Вчера был первый концерт в Сталинграде. В рабочем районе Бикетовка, где тракторный завод. Я очень сомневался в своем успехе, да и вообще в необходимости своих концертов для такой аудитории. Но успех был огромный и трескучий. Значит, нужно. С первой песни перед ликом Родины и до конца концерта Внимание и восторг не ослабевали ни на мгновение. Я пел, не жалея себя. После концерта на улице меня ждала толпа. «Почему вы так долго не приезжали?» — спрашивали меня. «Приезжайте к нам еще, почаще». Так был перешагнут мой долг Сталинграду. Я уже не буду волноваться сегодня и дальше. Тут есть знаменитый дом Павлова. Этот дом 57 дней держал маленький отряд в 10-12 человек под командой сержанта Павлова. Дом был стратегически важен, и его нельзя было отдать, и он его не отдал. Под конец их осталось три человека. Он уже отстреливался лежа. Немцы не смогли взять его. Первый дом, который восстановили сталинградские женщины, был этот дом. Сержант Павлов остался жив. Он где-то председатель исполкома. Каждую годовщину Сталинградской битвы он приезжает сюда по приглашению города. Этот чудо-дом знает весь мир. Все делегации о нем спрашивают. И очень глупо, что его отштукатурили и привели в порядок, его надо было оставить таким, как он был, израненным снарядами и шрапнелью, насквозь простреленным, героем, в назидании потомства. Сюда со всего света приезжают люди, и жаль, что все уже убрали и подчистили, нечего показывать. Всюду мемориальные доски. Здесь было то-то. Этого мало. Кое-что надо было оставить в неприкосновенности. Город большой. Он растянулся по течению Волги на 70 километров в длину. Поэтому концерты мои в городе, но ехать надо по 20-30 километров. Знакомых у меня тут нет. Были здесь Минария и Мунцев, артисты эстрады. Но уже давно уехали в какой-то Норильск, новый город купил дочкам альбом Сталинграда и открытки для школы. Делаю уколы и чувствую себя неплохо. Как подвигается твоя работа, Пекочка? Напиши мне в Горький, хотя нет смысла, я там пробуду недолго и домой. Как мои писендрулики дерутся? А главное, по радио у вас там ноль градусов. Боюсь, что потолок опять течет. Позвоню тебе из Куйбышева. Ну, пока, до свидания, целую тебя и до чули крепко, твой Саша. Киев, 15 мая 1955 года. Доброе утро, Лилечка. Сегодня воскресенье, на улицах тепло, солнце, весна. Как прекрасен Киев. Вчера бродил по городу. Вишни в таком цвету, что деревьев не видно. Яблони, груши, каштаны цветут белыми свечами. А мне так грустно, и так хочется здесь навсегда остаться доживать свой век. Точно я вернулся в родной дом к матери, и, увы, надо опять уходить. Вчера чей-то ласковый женский голос где-то на улице звал, по-видимому, ребенка. «Шура! Шурочка!» Я вздрогнул и расплакался. Ах, какую силу имеет прошлое! И как странно ходить по кладбищу своей юности! Вот и сейчас пишу письмо и заливаюсь слезами. Почему я должен жить в Москве, когда душа моя здесь, в Киеве? Вчера мои друзья из драмтеатра долго уговаривали меня переехать в Киев. Но разве я могу распоряжаться собой? А теперь с этой дачей. Одно я тебе скажу, что когда я вас крепко и окончательно устрою, выплачу дачу, накоплю денег на черный день, я приеду сюда. И буду жить здесь один, в этом городе, из которого я ушел мальчиком и вернусь стариком. Это будет не наградой за длинную трудовую жизнь. Ведь я с 14 лет живу на свой труд. И когда-нибудь же я имею право на отдых. Сегодня мой первый концерт на Подоле. Завтра самый интересный и важный в оперном театре. Все, конечно, продано, говоря, что на концерте будет все правительство. Правительственные ложи заняты заранее. Тут меня очень любят, как и везде, впрочем, жаловаться нельзя. Но тут особенно. Меня окружает таким вниманием и заботой, и все, от больших людей до самых маленьких, до прислуги в гостинице. Малейшее мое желание исполняется с удовольствием и моментально. Киностудия купила десятки билетов на завтра. Все идут меня слушать. Около кассы театра барышники берут 100 рублей за билет в 18 ряду. Это в том театре, из которого меня, зайца-гимназиста, по три раза в вечер выгоняли суровые капельдинеры. Да, чудеса. Все, о чем я мечтал, стоя в маленькой церкви кадетского корпуса у заутренняя, как я буду знаменитым и буду стоять во Фраке, и все будут на меня смотреть, это все сбылось. Но тогда, когда мне это уже не нужно, и только раздражает меня. К сожалению, завтра, несмотря на то, что у меня вечером концерт, я должен с утра сниматься в Киево-Печерской лавре. Будет снят пожар лавры, сожженной поляками. Я должен любоваться им, окруженный иезуитами. Потом еще два дня съемок 17 и 18 и конец. Картина закончена, говорят, материал превосходный. Меня все страшно хвалят, актеры особенно. Увидим, если не вырежут. В июле будет премьера. Мне дадут телеграмму, и я прилечу сюда на один день. Хочу взять тебя с собой. Посмотришь, как я играю на украинском языке. В Москве она пойдет на русском. Да это надо еще переозвучивать. Теперь у меня уже не будет ни одного свободного дня. Или съемки, или концерты. Последний 22 а 23-го я уже сяду в самолет. Ну, а как у вас дела? Напишите мне, ради Бога, что вы делаете, как дети. Вспомни, что ты все же жена, и оторвись на минутку от своих эскизов. Мне ведь очень тоскливо жить на колесах. Сегодня пойду искать семена. Сейчас оденусь, загляну во Владимирский собор, потом пойду на рынок, посмотрю, что там есть и чем там торгуют. Подписался на заем на 11 700 рублей. Так просила гастрольное бюро. Ну, пока до свидания. Скорого, даст Бог. Целую тебя и дочени крепко и нежно. Не сердись за это письмо и за слов моих горестных мель, как говорит Вертинский. До встречи, Саша. Пост скриптум. Тебе, наверное, надоело читать такие длинные письма. 26 июня 1955 года. Сегодня был концерт «Загадка» по радио. Я слушал. Почти все я угадывал. Но дело не в этом. Я подумал, насколько вкусы и требования нашего народа выше того, что им дается ежедневно по радио. Насколько тоньше и взыскательнее их вкус. И вместо ежедневного пойла советскими композиторами хорами, неграмотной самодеятельностью и патологическими частушками, исполняемыми нашими рязанскими бабами, каким-то особым внематочным голосом, вдруг настоящий взыскательный отбор в программе. Право, на это давно уже нужно обратить внимание. Скрипач Леонид Коган играл антракт из Раймонда Глазунова точно теплый летний дождь, лились из-под его смычка длинные светлые нити музыки. Какое блаженство, какая радость! Потом играли трагическое вальце Трис Сибелиуса, страшный и роковой, и печальный. И мне казалось, что танцует его какой-то юный рыцарь в старом пустом замке со своей уже мертвой невестой, залитой мертвенно-лунным светом. Потом тепло и скорбно спел талантливый гмыря Роман Рахманинова в «Молчании ночи тайным». Было еще много других заказов, и все это говорило о высоком требовании русского слушателя. А мы все еще не можем слезть с тематических преискурантов, переложенных на музыку скучных чужих анкет. Кончится тем, что нас возьмет в учебу сама публика, и начнет нас воспитывать настоящим пониманием искусства. Киев, 30 августа 1955 года. Вчера мы с моим режиссером были у Бучмы. Он выразил желание меня видеть. Он великий актер, и я отказать не мог. Страшно боялся, что в квартире будет пахнуть лекарствами, и что он, живой труп, будет лежать на кровати и мычать. Но этого не было. Квартира киевская, такая, как у меня была в детстве. Все открыто, окно, балконы, двери. Он сам похож на памятник самому себе. Все еще прекрасное, вдохновенное лицо большого актера, окаменевшее в бронзе или в камне. И все. Правда, каждые пять минут жена вытирала ему платком рот. Но он сидит неподвижный и прекрасный. И только одни глаза говорят о большом уме светлой мысли. Он уже консультант по картине. Он говорит еле-еле, не шевеля губами, но ясно. Его высказывания конкретны и точны. Когда я начал говорить о том, как я понимаю свою роль, он сразу взял мою сторону. Как я писал уже тебе, мое понимание сильно расходится с пониманием моего режиссера. Вот почему я недоволен. Пробой. А хочу я играть не украинца с сивыми усами, а петербургского генерала в отставке, который не успел еще омужичиться. И всего пять лет, как он ушел из полка и стал помещиком. У него вся внешность и манеры еще тяготеют к Петербургу. Он еще донашивает свою военную форму и свои либеральные идеи, которыми он пугает семью. На самом же деле он собственник кулак, помещик и сволочь. Бучма моментально стал на мою сторону и сказал: Оставь его в покое. Он знает, что он играет. Еще добавил к моему представлению об образе ряд точных деталей, отчего я полностью утвердился в своем мнении, и настроение у меня теперь прекрасное. Вертинский Киев, 8 сентября 1955 года. Лилечка, дорогая, пишу тебе письмо, очень короткое, только потому, что это у меня в крови, и я не могу не поговорить с тобой, прежде чем лягу. Значит так. Я озвучил сегодня три кольца своей роли в «Навеке». Должен сказать тебе, что это адова работа. Это заняло время от 12 до 5 часов. Ужасно трудно. Тебе дают наушник, в нем гудит твоя речь по-украински, а говорить ты должен по-русски, попадая в свою артикуляцию. С ума можно сойти. Но это только одна роль. А еще пан Беневский. Этого я успеть не могу, потому что я два дня снимаюсь в фате. Из-за этого я должен прилететь 14-го, и дай бог, чтобы я успел все озвучить до 17-го потому что 17 утром я должен улететь в Москву, ибо 18 я сажусь в поезд и еду в поездку. Ты, как мой верный друг и жена, беспокоишься, что я набрал много работы, но не думай об этом. Ты же знаешь, что я люблю работу в кино, и проклиная ее, не могу от нее оторваться. Не бойся, все это в моих силах, все это я выдержу. Я кончил озвучение в пять часов вечера и до семи бегал по студии. Надо же еще вырвать деньги за костер. Но надо еще вырвать по фате. Завтра обещали. И еще за озвучение они предложили мне гроши. Я отказался. Должны дать больше. В общем, устал. В семь часов вечера вернулся в номер, поспал. И в девять часов мне позвонили мальчики, у которых все мои пластинки переписаны на магнитофон, предложили послушать. Я пошел к ним, сидел и расстроился окончательно. Подумал о том, что я умру, а все это останется. Не сердись, меня обуревают скверные мысли. Вероятно, не успею ничего купить на базаре, а хотел привезти вам гостинцы. Целую тебя крепочка и моих обожаемых одиннадцатого прилечу. Или утром, или, если меня задержат, вечером. Твой верный муж Саша. Киев, 12 ноября 1955 года. Вчера говорил с домом, и легче стало. Все эти дни сердце было в тревожном состоянии из-за этих проклятых денег которые у них и вообще-то трудно вырвать, а теперь после праздников и совсем невозможно. Вчера Володька Моисеенко, работники на студии имени Довженко, бегал по гостинице, искал денег на билет актерам, улетавшим во Львов. Позор! Какая-то нищенская студия. И всех надо разогнать. Неразбериха полная. Все жучки и арапы Киева собраны в ней. Вчера днем час сидел у главбуха, пытаясь вырвать свои собственные пятьсот рублей. Он рассыпался в комплиментах моим талантам и говорил долго, цветисто, сладко улыбался и жмурился. В конце концов я разозлился и сказал ему, «Вам надо купить магнитофон, чтобы записывать на пленку свои речи, а мне их слушать неинтересно» встал и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Вот кончу эти фильмы, и ноги моей больше не будет на этой студии. Обещали дать сегодня после пяти. Посмотрим. А как я буду выдирать зарплату за ноября? Я могу только представить себе, будь они прокляты со своим кино. Мне оно уже осточертело до ужаса. Погода эти дни стояла чудесная, ярко-голубое небо без единого облачка. И тепло сравнительно. Вот что значит благословенная земля Украина. В Москве морозы, снег, пурга, говорят актеры, а тут золотая осень. Сегодня, правда, уже небо в тучах. Я сижу и жду своего партнера Величко, который играет Лоло. Из-за небольшой сцены, которую мы не успели доснять из-за рабочих. Пока снимают проходы пана и кое-какие мелочи, сегодня я свободен. Приму ванну и отлежусь в кровати. Все еще ужасно кашляю, никак не могу простуду из себя выколотить, хотя пью то кадаин, то стриптоцит, то оба вместе. Как тебе нравится разгром архитекторов? По-моему, правильно. Такого «г» настроили. Крещать их здесь прямо кондитерское, одни сливочные торты, а не дома. Балкончики, фестончики, башенки, безвкусица удручающая. Неудивительно, варится в собственном соку. Ничего не знают и ничего не видели. Ну, пока до свидания, целуй детей, Саша. Иркутск, 25 марта 1956 года. Дорогая Лилечка, вчера спел пятый концерт. Он был на заводе, за городом. Несколько концертов в самом Иркутске меня радует, потому что успех их невообразимый. Настолько концерты в рабочих клубах и дворцах культуры — чистое мучение. Публика темная, шепчутся, ходят взад и вперед, не реагируют ни на что, грызут семечки. Мука мученическая. Брохос вообще уходит без хлопка, а я имею десятую долю своего обычного успеха. Я называю эти концерты самосожжением. Они мне рвут нервы. И ничего поделать нельзя. Сколько я не бьюсь в гастрольном бюро, чтобы мои концерты проходили только в самом городе, а не в его окрестности, ничего не помогает. Такой Иркутск, например, берет меня на 10 концертов. Но в самом городе будет только 5. Остальные вокруг него. Теперь мне предстоит сегодня ехать машиной в Ангарск, петь там. Потом ночевать в вонючей гостинице, потом уехать в Усольск, петь. Опять ночевать и утром машиной возвращаться в Иркутск. Еще слава богу, что не поездом. После этого у меня два последних здесь и конец. Только вместо десяти концертов выходит девять. Они хотели меня загнать в Черемхово, угольный район, где уже, конечно, никто ни черта во мне не поймет, а ехать туда двое суток. Но я категорически отказался и не поеду. Следующий этап Томск. Трое суток поездом. Там всего два концерта, причем с пересадкой, так как Томск лежит в стороне от главной магистрали, и где-то надо пересаживаться и ждать семь часов на вокзале поезда. А дальше Кемерово, опять угольный район и вокруг него. У меня руки опускаются, когда я подумаю об этих концертах. Ты понимаешь, за что они дают шесть ставок? Вот такова картина. Кормят тут ужасно. Ничего нельзя взять в рот. Мясо не разрезается, сплошные жилы, пливы. Даже вилка в него не прокалывается. В магазинах нет ничего. 27 марта 1956 года. Знаешь, Лилечка, я уже понял, что единственное спасение у нас в труде. Поэтому я понимаю твое томление человека, имеющего твердую профессию и сидящего без работы. Вот за мной приходит машина в 6 часов вечера, потому что в 9 часов я должен пить. Я уже с 5 часов готов. Я еду, работаю, борюсь за свое право жизни и усталый и измученный возвращаюсь домой. Но это деятельность, напряженная и трудная. И она дает закономерный отдых. А вот сегодня у меня выходной день, и я несчастный человек. У меня нет никого, с кем бы я мог поговорить. Я не умею отдыхать. Я предоставлен самому себе и своему одиночеству. И что мне делать? Воистину это страна труда и больше ничего. И самое страшное в ней ⁇ это отдых. Он уже у нас никак не выходит. За что я только сегодня не хватался? и за стихи, и за прозу. Ничего не выходит. И вот я кончаю тем, что, уже умиротворенный коньяком, сажусь тебе писать письмо. Ты у меня единственный друг. Больше никого нет. Я перебрал сегодня в уме всех своих знакомых и друзей. И понял, что никаких друзей у меня здесь нет. Каждый ходит со своей авоськой и хватает в нее все, что ему нужно, плюя на остальных. И вся психология у него овосечная, а ты хоть сдохни, ему наплевать. В лучшем случае они, эти друзья, придут к тебе на рюмку водки в любой момент и на панихиду в час смерти, и все. Очень тяжело жить в нашей стране. Если бы меня не держала мысль о тебе и детях, я давно бы уже или отравился, или застрелился. Ты посмотри эту историю со Сталином. Какая катастрофа! И вот теперь, на сороковом году революции, встает дилемма. А за что же мы боролись? Все фальшиво, подло, неверно. Все борьба за власть одного сумасшедшего маньяка. На съезде Хрущев сказал, почтим вставанием память 17 миллионов человек, замученных в лагерях и за стенках Сталина. Ничего себе! Теперь нашли письмо Ромена Ролана в его сейфе в публичной библиотеке, где он пишет. «Дорогой Иосиф Виссарионович, я не смею верить, но говорят, что в вашей стране 17 миллионов томятся и обливаются кровью. Ответьте мне, умоляю вас, правда ли это? И Сталин не ответил. В субботу меня пригласили в оперетку в 11 часов утра. Будет зачитываться речь Хрущева на съезде, посвященная этому ужасу. Я пойду. В оперетку, ничего себе. 17 миллионов людей утопили в крови, для того, чтобы я слушал рассказ в оперетке нечего сказать. Веселенькая оперетка. Веселее веселой вдовы. Кто, когда и чем заплатит нам, русским людям и патриотам, за ошибки всей этой сволочи? И доколе они будут измываться над нашей Родиной? Доколе? Саша. 1 апреля 1956 года. Я все еще думаю об Отелло. Мне хочется быть объективным. Хорошо ли сыграл Бондарчук? Да, хорошо. Но... Но в тех рамках и той трактовке, которую ему указал режиссер. Он, безусловно, талантливый и умный актер. И он сделал все и больше, чем все, из того, что от него требовали. Но таков ли Отелло? нет, не таков. И кто виноват? Что понимают в искусстве эти люди, которые представляют собой партию? Боюсь, что ничего или очень мало. Например, они застроили Москву безвкусными архитектурными домами, выхолостили всех своих поэтов, заставив их писать по делу и отняв у поэзии самое главное – ее свободу и святую бесцельность, бескорыстную бесцельность, и во все всунули свой нос. Они обуздали гениальность Шостаковича, обвинили в формализме и задушили живопись, и теперь делают из Шекспира рыбные котлеты в консервах. Немного ли это? Не слишком ли это смело? В первой половине фильма Бондарчук играет Отелло по Чехову. Во второй он играет его как человека, борющегося с мировым злом, ложью и обманом, по Марксу и Энгельсу. И убивает Дездемона, видя в ней это мировое зло, как говорят рецензии. Допустим, что это так. А где же любовь? Где этот вулкан страсти, который испепеляет Оттелло? Бондарчук забыл самое главное. Он забыл влюбиться в Дездемона. Отсюда все. Весь романтизм роли прошел мимо него. И на экране был умный человек с высокими моральными качествами, все того же безупречного секретаря обкома, который потерпел крушение от косности империалистического общества. А трагедии любви ее нет. С экрана выглядывает все тот же собирательный выдуманный тип советского человечка, которого пока еще нет и которого так мучительно мечтает родить партия. Вертинский. Сталинск, 10 апреля 1956 -го года. Вот, Пекочка, работаешь, мучаешься, страдаешь от хамства, от бескультурья, проклинаешь свою жизнь. А все же чувствуешь, что ты не прав. Чего-то мы недопонимаем. Чего? Социализма, может быть, коммунизма грядущего? Может быть. Но все это не важно. Каково бы ни было то или иное учение, ну скажем просто, оно должно быть съедобным, выносимым, терпимым. Оно должно как-то перевариваться человеческим желудком. Это же наша действительность не переваривается абсолютно мною, по крайней мере. И все же, по-видимому, я не прав. В вагоне к тебе в купе садится грязный, вонючий парень, пьяный к тому же. Он разматывает свои прелые анучи, снимает вонючие сапоги и наполняет все купе вонью. Я готов заплакать от бессильного бешенства. А наряду с этим дымят трубы гигантских заводов, Красные огни вырываются из труб. На десятки километров тянутся рабочие города, только что отстроены. Шахты, металлургические заводы, неизвестно что производящие. Иногда целые огромные предприятия, упрятанные под землю. И все это кипит, работает по ночам, в две, в три, в четыре смены. Без перерыва, без отдыха. Что это? И вот мы уже могучая индустриальная держава. И нас уже боятся, с нами считаются. Кто же эти люди? Инженеры с волевыми энергичными лицами. Конструкторы с горящими вдохновением глазами. Рафинированная интеллигенция? Нет. Вот эти самые, которые снимают в купе вонючие портянки. Они. Они новаторы, рационализаторы, двигатели этой Бессортирной культуры. Они народ, во всему величии и нечистоплотности. Вот этого мы недопонимаем. Привыкнув жить в западной культуре, я не могу переварить всей этой безалаборщины, грязи и невоспитанности. Но их никто и не воспитывал. И, обойдя культуру стороной, они с небытыми руками сели за стол, как мать родила, и работают и творят чудеса. Новосибирск, 28 апреля 1956 года. Лилечка сегодня спел 26-й концерт и закончил Новосибирск. Концерт был тяжелый. Вернулся, наконец, машиной домой. Съел два холодных пирожка, мой ужин. Выпил коньяку и уже хотел совсем было лечь спать. У нас час ночи. Но вдруг сказал сам себе громко, нет, я напишу письмо жене, а потом лягу. Я часто говорю сам с собой, я почти всегда один. Не хочется мне жаловаться, но концерты эти просто пытка какая-то. Сидят, как будто понимают, молчат, реагируют слухом на исполнение, а аплодировать не находят нужным, как будто это им полагается. Каждый день я злюсь, не кланяюсь и гоню концерт. Скорее кончить занавес, наконец-то. Вот тут только, когда все кончилось, и они получили по весу то, за что заплатили деньги. Они вдруг начинают просить прибавки и раздражаются аплодисментами. Но я уже доведен до предела, нервы натянуты. С наслаждением я даю занавес и даже не выхожу больше на поклон. Они аплодируют, стучат, орут. Выходит ведущий и говорит, концерт окончен. Неужели они не понимают моей тяжкой, честной и благородной работы? Я ведь ничего не скрываю от них. Пою так же, как я пел бы для Господа Бога. Искренне, глубоко, правдиво. Как верующий, как священнослужитель. И в ответ Будь проклята моя профессия. Лучше возить «Г» в бочках, чем быть на моем месте. Ну ладно, хватит, не сердись, пожалуйста. Но мне не с кем поделиться всем этим, кроме тебя. Первого мая еду в Омск. А пока на простое четыре дня. В Омске шесть концертов подряд. Возможно, десятого утром прилечу. Целую тебя и детей моих, Саша. Кисловодск. 1 июня 1956 года. Мое уважаемое семейство, как вы живете, как ваши дела, как разворачиваются архитектурно-строительные планы и творческие замыслы моей уважаемой супруги Лидии Владимировны Вертинской, урожденной Циргваба, величайшего зодчего XX века на станции отдых Московско-Казанской железной дороги. Какими шедеврами одарит нас она после того, как будет отделана веранда и очищен сортир? Трудно проследить творческий полет ее фантазии, но думаю, что он будет велик и прекрасен. Художники и архитекторы, создавайте произведения, достойные нашей великой эпохи. А главное — сортир. Начинайте с сортира. С него вообще начинается культура а у нас строят дворцы культуры, но забывают о сортирах. Что же ты там настроила, Пека? Висячие сады Семирамиды? Строй, строй на здоровьице. пусть хоть это развлечет тебя. Эта поездка не тяготит меня. После Сибири все кажется пустяками, и я совсем не устаю. Тут и воздух, и приличные условия, и приличная публика. В Кисловодске есть все. Я пью сливки, днем гуляю, правда, по холоду, но по свежему воздуху, и легко. На машинах двигаюсь по курортам. Прием весьма горячий. Сегодня в Есентуках был, как и полагается, аншлаг, 10 тысяч. Везде тоже. Директора довольны, потому что заработали на мне хорошо. А это самое главное: В остальном чувствую себя прекрасно. И все находят, что я прекрасно выгляжу и в хорошей форме. Пою неплохо. Как идут экзамены моих птах? Пиши мне на Краснодар филармонию. В конце июля буду дома. Целую тебя нежно, моя лапочка. Дочек тоже. Привет, ЛП Саша. Ялта, 27 июня 1956 года. Дорогая Лилечка, сегодня у меня воистину счастливый день. Целый день я смотрел на небо и видел только черные грозовые тучи. А у меня концерт на открытом воздухе в летнем театре. Каково мне петь? И вдруг с двух часов дня небо стало яснеть. И к пяти стало голубым. Концерт был спасен. Полторы тысячи человек слушали меня спокойно на чистом воздухе. В пять мне позвонил Черкасов. — Александр Николаевич, я хочу вас слушать. Я приеду на концерт к вам с очень красивой женщиной, так и сказал, с женой нашего художника Альтмана, который нездоров и сам прийти не может. Я купил два билета и оставил ему в кассе, иначе он бы был без места, потому что все было уже давно продано, на оба концерта, и осталась только броня. Дул ветер. За час я проверил микрофоны и спокойно начал концерт. И, хотя многое мешало мне, все же концерт прошел блестяще подрев и стон публики. А они сидели в первом ряду. В антракте Николай Константинович и она пришли ко мне за кулисы и наговорили мне столько радостных слов, и таких слов которые могут говорить только настоящие профессионалы, актеры друг к другу. Красавицы я ее не нашел, это бывшая красавица, но как собеседница и как просто культурный человек, она очень интересна. Она умеет говорить и, по-видимому, любит искусство. Людей приличных и интересных у нас очень мало. А она, то есть жена Альтмана, очень тепло отзывалась о Сашке от Смеркини и сказала, что он в живописи и в жизни был поэт. И что он много ей рассказывал обо мне. После концерта они зашли за мной, и мы отправились в садик ихнего ресторана гостиницы «Южной», где и посидели очень мило до часу ночи. Потом разошлись по домам. Черкасов много говорил мне о своей трактовке образа Дон Кихота и о том, как ему трудно его играть, несмотря на то, что он играл его еще в детском театре когда-то. Он рожает этот образ мучительно и трудно. Я его понимаю и уважаю за это. Мой концерт его потряс. Я, конечно, пел весь концерт для него и не жалел сил. Потом стали смеяться и говорить о публике. Он рассказывал, как сзади него сидели морячки и говорили, сила, вот это дал прикурить, а вот это артист и так далее. Посмеялись. Потом лезли всякие люди и к нему, и ко мне. Он, как депутат, был со всеми вежлив и добр, а я безжалостно гнал от стола всех этих пьяных, любопытствующих. Мадам сказала, что я ужасно раздражительный и что так нельзя. Возможно, что она права. Но я не могу себя переделать. Я ненавижу отсутствие воспитания и назойливость. Потом они проводили меня до половины дороги. На половине дороги какие-то мальчишки остановили их и поднесли ей один цветок магнолии, очень редкий. Она уже отцвела. У меня в руках были белые лилии, которые мне поднесли в концерте. Я моментально предложил ей поменяться цветами. И вот теперь, отдав ей лилии, я получил магнолию. И она стоит у меня на столе. Это мой любимый цветок, как невеста, как белая чайка, залетевшая в комнату, целомудренная и закрытая наполовину, и уже чуть подпорченная по краям. Она и святая, и грешная, и почему-то похожа на святую Цицилию. Я буду долго смотреть на нее, пока она не увянет. И это будет радость. А жизнь, конечно, прекрасна. И надо благодарить Бога за то, что мы живем, а не гнием в могиле и не воняем как покойники в колонном зале Дома Союзов, окруженные почетным караулом. «Караул!» — закричу я, если меня положат в гроб со всеми удобствами. «Не надо! Надо жить! Во что бы то ни стало! Вот и все!» Я, конечно, притворяюсь душечкой, талантом и живым человеком. И могу еще очаровать пару ротозеев, но так нужно. Ничего, что мне уже ничего не нужно. Ничего, что я уже ничего и никого не люблю. Надо тянуть свой воз и притворяться, чтобы не постареть, чтобы жить. Саша. Баку, 1 октября 1956 года. Лилечка, у меня сегодня торжественный день. Я кончил сценарий. Если я что-нибудь понимаю в искусстве, то это блестяще и здорово. Но кто знает, как его примут и примут ли. Поэтому я воздержусь от восторгов. Увидим. Одно могу сказать тебе. Я писал его и часто заливался слезами, потому что он почти моя жизнь. Ничего я не придумывал. Все это было. Все это правда. Прочтешь, увидишь. Теперь надо его... Перепечатать на машинке в трех экземплярах. Тут дерут пять рублей за страничку. Я, конечно, отказался. Возможно, что придется печатать его в Москве. Или я найду дешевле. Я очень взволнован и потрясенным. Помимо моей воли и желания, он вышел ярким и подлинным, горячим и искренним, твердо заявив свои права на жизнь. И он будет. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Он захватывает от первой сцены до последней. В нем нет ни одной банальной сцены. Его нельзя смотреть без волнения и без слез. Я работал над ним неотрывно месяц, и вот он готов. Я вскакивал ночью и что-то писал, чтобы не забыть. Я вставал в семь утра и писал до трех дня. И вечером после концерта я садился за него. Никогда еще я не был так увлечен работой. Посмотрим. Как вы живете? Я жду письма, обещанного в твоей телеграмме. Мне здесь скучно, как и везде. Никого нет. Спасала только работа. Теперь она кончилась. Я уже спел 18 концертов. Буду петь и двигаться дальше. По плану. Думаю о тебе и своих дочулях. Это все, моя единственная радость. С этим я засыпаю. Спокойной ночи. У нас тут час ночи, а у вас десять часов вечера. Не буду звонить, потому что ты раздражаешься от моих звонков. Да ведь я все говорю в письмах. Целую тебя, Саша. 4 октября 1956 года. Дорогая пекочка, хотя я под сильным впечатлением своего сценария и ни о чем думать не могу, все же по традиции пишу тебе письмо, только что оторвавшись от него. Сегодня переписчица отстучала мне на машинке пролог и галопом пятнадцать страниц. Он зажил новой, печатной жизнью, стал краше, строже, безукоризненней. Он родился и растет с каждым днем. Он красив, благороден, прекрасен в своем спокойствии печатного медлительного рассказа. Он красив, я любуюсь его чистотой и конкретностью. Он живет уже без меня и помимо меня. Он уже драгоценность. Завтра эта старая еврейка, которая скоро умрет, она как спичка, придет в десять часов утра работать. И я жду ее, как Ромео Джульетту. Дальше, дальше польется горькая повесть об одном человеке без родины. Как он удался, если бы только знала, эта машинистка сегодня сказала мне Вы знаете, я не могу печатать. У меня дрожь по всему телу. Может, я преувеличиваю? Не знаю. Кажется, нет. Увидишь. Ни одну сцену нельзя смотреть без волнения ничего банального, ничего похожего на наши фильмы. Он должен потрясти всех. Я считаю, что уже в таком виде, как он есть, он может быть напечатан в любом журнале. А это ведь только конспект сценария. Ну, довольно влюбляться в собственное детище, поговорим о другом. Сегодня пел концерт в Доме отдыха, где отдыхают 300 чемпионов приготовленных на Олимпиаду, которая через месяц будет в Австралии. Все они едут туда. Они живут здесь в чудном климате, тренируются, отдыхают, готовятся защищать спортивную честь нашей Родины. Им предоставлено все, чего только они могут пожелать. Сегодня их угощали Вертинским. В большой столовой устроили эстраду. Духота была страшная, было человек пятьсот а столовая на 200 человек. Ко мне приходили боксеры, футболисты, бегуны, метатели дисков и прочие. Самые лучшие из них отобранные на Олимпиаду. И говорили мне нежные слова. Я пел, теперь я дома, устал, поужинал. Не буду даже убирать грязную посуду, что на меня не похоже. Лягу спать, устал. Целую тебя за гривочек и моих лошадок. Больше писать не могу, Саша. Постскриптум. Мне осталось здесь три концерта. Десятого я уеду в Самарканд. Потом Сталинобад, потом Ашхабад. До десятого пиши сюда, потом Сталинобад. А посуду я все-таки не выдержал и перемыл. 7 октября 1956 года. Пикулечек, сегодня у меня знаменательный день. Сегодня в два часа дня машинистка достучала последнюю сцену моего сценария и, получивши 200 рублей, исчезла, утопая в сияние голубого дня. На моем письменном столе в трех синих папках лежат три великолепно отпечатанных экземпляра моего сценария и являются собой нечто весомое, ощутимое и существующее. В каждом из них сто три страницы материала, ясного, конкретного, и ни на что не похожего, как солнце в консервах, как атомная энергия. Я хожу вокруг него, как кот вокруг сала, и нежно поглаживаю, эти три синие папки, не решаясь даже заново перечесть их. Подождем, пока не будут переплетенными. Это товар, понимаешь? Это то, за что надо платить. В общем, при всей своей хохлядской лени я молодец. Это полмесяца напряженной работы. Завтра придет переплетчик, и я ему отдам мое детище. Посмотрим, как оно будет выглядеть после этого. Спасибо за поздравление. С этим меня стоит поздравлять. Ташкент принимает меня как наркоз и охотно, и азартно. Несмотря на то, что весь город на хлопке, до детей включительно концерты мои переполнены. Меня засыпают цветами. У меня в номере, в кастрюлях, ведрах, кувшинах, банках и стаканах стоят цветы. Огромная кастрюля роз, невероятных размеров георгины, туберозы, гвоздики, астры, и это вовсе не цветочное время. Где они берут их? Познакомился с разными интересными людьми. Самые интересные муж и жена Козловские. Он композитор и дирижер, директор консерватории, а она искусствовед. Оба буквально помешались на мне, ходят на каждый концерт и горят настоящим огнем искусства. Они мне подарили книжечку классической китайской поэзии. И сделали надпись из стихов Анны Ахматовой, которые я не знал и которые по их мнению очень мне подходят. Слова изумительные. Они, по-видимому, большие друзья Ахматовой, потому что несколько стихотворений в ее книге посвящены им обоим. Они говорят верно, она окаменела в своем гордом одиночестве, и уже памятник самой себе. Теперь у меня три дня отдыха до Самарканда. Это прямо необходимо, потому что у меня болит горло от переутомления. В четверг улечу в Самарканд. Получила ли ты деньги? Мы сделали все для этого. Если опять эти сволочи не дадут, телеграфируй. Я вышлю немедленно. Целую тебя, жена дорогая, крепкое тепло. Доченик тоже, твой Саша. Баку, 14 октября 1956 года. Лилечка, только что получил твои письма и карточки. Я очень доволен твоим видом. Ты даже лучше и сильнее, чем я предполагал. Именно такой ты и должна быть. Козинцев прав, что убрал все ударения и выражения из твоей речи. Люди этого класса и этой породы так и говорили, без выражения, точно делая одолжение уже тем, что отвечали и говорили. Они считали себя выше окружающих. Запомни это. Твой большой план превосходен. В твоем лице как будто ничего не выражающим, Именно и дано выражение необычайного презрения и холодного высокомерия по отношению к окружающим. Так и надо. И ради Бога ничего из себя не вытягивай и ничего и не изображай. В этом вся сила образа. Поняла? Она как бы делает одолжение уже тем, что слушает других. В предыдущем письме я тебе писал, что не надо играть а надо быть тем, что изображаешь. А ты есть, существуешь, твердо и убедительно. Тебе, как всегда, помогает порода. Вот это и есть твое право на жизнь в этой картине. Даже не думай ни о чем большем и другом. Только так, как есть. Козинцев умный режиссер, он это понял в тебе и держит тебя в этой узде. Абсолютно с ним согласен. Пусть играют другие. Они играют на тебя, на твое колесо льют воду. Я очень доволен и очень боюсь, чтобы ты своими сомнениями в себе не испортила образа. Только так и никак иначе. Поняла? И совершенно нечего сравнивать себя в садко с этой ролью. То одно, а это другое. Никакая краснота глаз с экрана не будет видна. И если Москвин дает на тебя красный луч, то он знает, что он делает. А у нас в кино у всех актеров к вечеру красные глаза от усталости, грима и света. Однако с экрана этого не видно, и до публики это не доходит. Костюм великолепен. Ты в нем очень царственно. Знаешь, есть морское выражение «так держать». Вот так и держи. Ты, как говорят, легла на курс и легла правильно. Так и держи. Предоставь на себя смотреть. Как Марлен Дитрих. И все. Это самое нужное и главное здесь. Пусть вытрющивается Альтисидора. Тебе с ней не по дороге. Ну, вот и все, что я могу сказать. Завтра буду звонить детям. Потом позвоню тебе числа восемнадцатого. Возможно, что у меня здесь будет не восемь концертов, а четыре. Тогда я прилечу двадцатого, в день Настенькиного рождения. Так или иначе, я дам знать телеграммой о дне приезда. Кисловодск я уже отменил. А тут нагнали много гастролеров. И они не смогут уместить мне 8 концертов в короткий срок. А сидеть здесь до 28-го я не хочу. Ну что ж, вместо 24 концертов по плану, я спою 22. На два концерта меньше. Потому что. Два лишних я уже спел в Тбилиси. Необходимо отдохнуть, я устал. Посылаю письмо на Москву, так как сегодня 14-е, и ты должна быть дома 15-го. Значит, в Ленинграде это письмо тебя не застало бы. Целую тебя крепко. Скоро увидимся. Купи часы, Настеньки, чтобы, когда я приеду, они уже были у нас. Но без меня не дари. Если будешь писать сюда, напиши как туфельки. Целую вас всех, Саша. Чарджоу. 7 часов вечера, 16 октября 1956 года. Тоже город, Ехали целый день поездом и приехали. На громадное, громадный в пять коек. Все это одному мне. Но ни воды в номере, ни сортира. Вода на первом этаже, а сортир. Надо ходить на двор в сарай. Или на шоссе, если кто хочет простора. И вот в таких условиях надо жить здесь и петь мои чудесные песни. Это называется культурное обслуживание. Построили бы им лучше хороший сортир. Вот это и было бы настоящее культурное обслуживание. А то строят дворцы культуры, а сортиров не строят. Забывая, что культура начинается с него. Злость берет, не умыться, не отдохнуть. И на кой дьявол им посылает Вертинского? Может, они еще и в Монтана захотят? Не могу больше писать от злости. Завтра утром допишу. Девять часов вечера. И вдруг мне вспомнилась строчка Есенина. Жизнь моя, или ты, приснилась мне. Действительно, такая жизнь может только присниться. Большие поэты вообще все предвидели и предчувствовали. Во всяком случае, идя сегодня в уборную, где-то в поле, я повторял строку Лермонтова. Выхожу один я на дорогу. Тут лают собаки, в окно ко мне врывается трехэтажный мат с улицы. Воды нет попить. Отче мой, зачем ты покинул меня? сказал Христос на Голгофе. Постскриптум. А еще моры послезавтра а после этого покину Ашхабад. Оттуда двенадцать часов лета. Но если Бог даст, скоро увидимся. Целую тебя, Лилечка, жена моя дорогая, и родных доченек, Саша. 19 ноября 1956 года Моя дорогая жена, я уже немножко соскучился по тебе, не хватает. Не с кем поговорить по душам. А говорить по душам с посторонними не рекомендуется. Итак, я в Грузии. Я немного боялся этой поездки. Говорили и рассказывали разные ужасы, как ты знаешь. Но меня это не коснулось. Как у Ахматовой. Он ни в чем не повинен. Ни в этом, и ни в том, и ни в третьем. Поэтому вообще не пристали грехи. Могу тебе с уверенностью сказать, что никогда еще меня так горячо не принимали, как в этот приезд. А настроение публики здесь далеко не в нашу пользу. Они обижены, по-видимому, здесь наша администрация допустила какие-то ненужные и чрезмерные меры. И они этого простить не могут. Но так или иначе меня это не коснулось. Один грузин сказал мне, ⁇ Вы единственный русский артист, которого мы любим и слушаем со слезами на глазах, потому что все, что вы даете нам, правда. ⁇ Вот видишь, друг мой, надо в искусстве всегда говорить только правду, и тогда тебя никто не тронет, ни люди, ни события, ни даже время. Погода здесь приятная, тепло. Сегодня я гулял по проспекту Руставели и наслаждался золотой грузинской осенью. Недалеко от гостиницы, если ты помнишь, есть очаровательная православная церковь в грузинском стиле. Богослужение там ведется на грузинском языке. Когда-то, когда мы с тобой были здесь, я был именинником 30 августа по старому стилю в день Александра Невского. Я решил пойти в церковь. Было уже 12 часов дня. Служба в церкви кончилась. Я разговорился со священником, и он подарил мне иконку Александра Невского, которая, как тебе известно, всегда со мной с тех пор. Так вот, в этот приезд я решил зайти в эту церковь. Церковь была пуста. Я рассмотрел ее. Она необычайно красива со своими узкими витражами. Все святые на иконах грузинского типа. И вдруг я взглянул на роспись над алтарем и чуть не вскрикнул. У Христа было точно твое лицо. Если убрать усы и бородку, то это будешь ты. Все твое, разрез глаз и величина их, прежде всего, потом лоб, нос, брови. И даже волосы. Прическа такая, только убрать усы и бородку. И Он такой нежный и породистый, этот Христос, и раздает милостыню из чаши. Чудеса! Я долго стоял и не мог оторваться. Вот она, грузинская порода. Весь день я под впечатлением этого. Тут у меня много друзей. Все нас приглашают, но нет времени. Да и желание, по правде сказать. Я ведь не люблю есть и пить, а тут это надо. Однако надо делать иногда исключения. Еще в Свердловске я познакомился с молодым грузином и его женой. Они работали в опере. Теперь он здесь главный режиссер оперного театра. Они были на обоих моих концертах и пригласили меня к себе. Сегодня у меня выходной день. Сегодня в три часа дня они забрали меня к себе. Что это был за обед? Только грузинские блюда. Люди они милейшие. Его зовут Элисбар Дмитриевич, а она из Полик, Галина. Мы пошли к ним всей бандой. Обед был чудесный. Мило посидели и поговорили о разном, что в письме не напишешь. Потом расскажу. Завтра вечером уезжаю на два концерта в Батуми и вернусь сюда еще на три. Потом улечу в Сухуми. Составлю дочкам посылку. Нашел чудесную вещь, которую мы еще не знаем. Это сушеная хурма-королек, сладкая и вкусная. Детям она понравится. Я послал бы тебе в Ленинград, но тебе ведь некогда ездить на почтамт и получать ее. Поэтому пошлю только детям. Куплю еще кинзы, цицмарты, травки, потом сыру сулугуни, изюму и, может быть, яблок. Да, еще лобио. А из Баку к Новому году привезу барашка целого. Вот пока все. После Батуми позвоню тебе отсюда. Мужайся, Пека, бодрись, не падай духом. Кино ⁇ трудное дело, и никогда не знаешь, чем оно кончится. Целую тебя, моя лапочка, твой муж Саша. Краснодар 8 декабря 1956 года. Дорогая Лилечка и Пикуля, и Мунечка и Лапочка, и Птица Феникс, и, наконец, Герцогиня недостаток ласковых слов в наших отношениях – это тоже результат нашей серой собачьей жизни, где любовь и нежность не в фаворе, где человеческие нежные глубокие чувства, вечные чувства Ромео и Джульетты, Фаусты, Маргариты, Тристана и Изольды – нечто чуждое, ископаемое с которыми знакомиться только по книжкам, и то только для того, чтобы не показаться окончательными дураками и невеждами. И мы уже привыкли стесняться. Иногда мне очень хочется написать тебе все то ласковое и нежное, что у меня есть в душе к тебе, моей первой и настоящей любви, матери моих чудесных детей. Но разве это напишешь? Вот когда ты перевыполнишь четыре нормы, Тебя можно будет поздравить и попутно поговорить с тобой о своих личных чувствах. Серости убожества. Разве я такие письма писал тебе когда-то в Шанхае? А здесь? А, все увяло, все умерло. Ну, черт с ним. Переменим тем. Сегодня я звонил тебе в Октябрьскую и ничего почти не слышал. Одни мучения, эти звонки. Уж лучше переписываться телеграммами. Я только понял, что номер у тебя паршивый, что ты утомляешься на съемках. А я ведь говорил тебе, что кино — это мука. Что ты купила какие-то тарелки, и что после пятнадцатого ты будешь дома. Ну и слава богу, это самое главное. Я тяжеловато пою, сказывается переутомление. Четыре таких больших поездки подряд. Северный Кавказ, Средняя Азия, Сибирь и Южный Кавказ. Это больше ста концертов. Я уже плохо выдерживаю такую нагрузку. Годы не те. Еле дотягиваю концерт. И на втором отделении уже выдыхаюсь. Сейчас надо сделать большой перерыв, чтобы набраться сил. Уйду в кино. Все же там хоть петь не надо. Голос отдохнет послал доченькам туфельки, надеюсь, подойдут. А если тридцать шестой будет Насте мал, пусть возьмет тридцать седьмой, а Биби я закажу в Баку. Буду им звонить в Москву числа 16 декабря. Ты уже будешь дома? Приезжай скорей, а то Настенькин день рождения будет печальным без мамы и без папы. Купи чего-нибудь хорошенького в Ленинграде какой-нибудь подарочек. А часы я сам куплю, когда приеду. Разговариваешь с ними ты иногда по телефону. Говори. А то не скучает без нас и очень радуется нашим, к сожалению, еле слышным звонкам. Я с нетерпением жду увидеть твои карточки в фильме, которые ждут меня в Баку. Я думаю, что это будет то, что надо. Главная порода, а она у тебя есть. Марлен Дитрих вообще не актриса и никогда не играла, а только позволяла на себя смотреть и еле шевелила губами. И весь мир был в нее влюблен. Надо быть царицей, а остальное не важно. Пусть сами за тебя доигрывают. Смотри, Алла Ларионова ничего в фильме не делала. Мы за нее и на нее играли, а публика была в восторге. Надо быть тем, что изображаешь, а не играть. То, что изображаешь, и ты будешь герцогиней, и это все. Ну, уже поздно, двенадцать ночи. Целую тебя, мой беспокойный друг, крепко целую. Скоро встретимся, если Бог даст, Саша. Ленинград, 5 мая 1957 года. Дорогая Лилечка. Приехал я третьего в одиннадцать часов утра, и номера в Астории не было. Был оставлен в Октябрьской, но я не поехал, ведь все координаты я давал на Асторию. И решил ждать, и ждал с одиннадцати до девяти вечера. Что-то ужасное. Наплыв делегации чернокожих и белых и желтых, несмотря на то, что меня тут и знают, и любят, и уважают, Ничего сделать было нельзя. Директор просил подождать до девяти, когда какая-нибудь сволочь уедет. Скоро нам советским людям придется спать на вокзалах. На нас плюют и выгоняют из гостиниц, как собак. Поразительно это наплевательство на своих. Приглашает чуть ли не весь мир в гости, а гостиниц не строят. Вот и головотябство. В девять мне дали номер, и я был счастлив. Развеселился, умылся, выпил коньячку и уснул, как убитый. До сих пор не могу прийти в себя. В дизеле я не сомкнул глаз. Так мотало, и день промучился. Теперь уже немного отошел, и сегодня часа три даже работал над книгой. Здесь довольно холодно, но солнце светит. Весь май буду здесь работать спокойно. Как твои дела на даче? Что слышно с кирпичом? Как ведут себя дети? Скажи, что папа им приготовил подарочки. Целую крепко тебя и их. Пиши скорее, а то я скучаю уже. Твой Сашенька. Ленинград. 9 мая 1957 года. Здравствуй, Пикуля. Несмотря на то, что надо работать, писать книгу и не отвлекаться, я не могу все же отказать себе в удовольствии хотя бы письменно поговорить с женой. Такова сила привычки. Я только что вернулся с концерта, съел два пирожка и вот пишу тебе. Хороший город Ленинград. Удивительно он успокаивает как-то. В Москве живешь как на вокзале а здесь как будто уже приехал и дома. И люди другие, и дома благородные, и улицы незыблемые, построенные задолго до нас и навсегда. И течение народа спокойное, как река в старом неизменном русле, и хамства мало, даже почти нет. Я тихо живу в тихой, несмотря на засилие делегаций всяких, тараканов запеченных черных и желтых сусиками и без астории, где еще докашливают свой горький век благородные старушки на этажах, любезные, аккуратные и печальные. Никто меня не беспокоит, нет звонков. Позовите Настю, позовите Бибу, извиняясь, Марьяну. С утра с восьми я сажусь писать, вскипятив свой чайничек. Пишу до часу. Потом бреюсь, моюсь, одеваюсь и иду в скверик посидеть на солнце. А здесь внезапно потеплело, уже начинаются белые ночи. После концерта в одиннадцать еще светло. Я вспоминаю Блока. Придут незаметные белые ночи, и душу вытравят белым светом, и бессонные птицы выклюют очи, и буду ждать я с лицом воздетым. Я буду мертвый с лицом подъятым. Придет, кто больше на свете любит. В мертвые губы меня поцелует, Закроет меня благовонным платом. Придут другие, разрыхлят глыбы, Зароют, уйдут беспокойно прочь. Они обо мне помолиться могли бы. Да вот помешала белая ночь. Принимает меня здесь благоговейно, восторженно. Но и пою я в десять раз лучше, чем в Москве. Ленинградская публика — это нечто совсем особое, не похожее на остальную публику страны. Они не все кушают, но если любят, то уж очень. Культура иная. Я думаю о тебе, и мне жаль, что ты не смогла со мной сюда поехать. Ты бы отдохнула здесь. А так ты крутишься, как белка в колесе, в сетях плетенных московских авосик, и поджариваешься в московском аду на вечном огне наших советских примусов. Вот сказано. Понемножку пишу, накопляя материал. Уже вызвал машинистку. Думая о тебе, наводил справки о фильмах. Ничего нет. Черкасов в Париже. Здесь идут просмотры на ленфильме «Дон Кихота». Другого места для показа нет. Я завтра позвоню на ленфильм и пойду смотреть тебя. В кино идет невеста, которую никто не ходит смотреть. Ругают ужасно. Театр Охлопкова горит ленинградцы не принимают ни его астории, ни клопа. Позвони мне, когда соскучишься. Я боюсь звонить, думаю, что не застану тебя. Ты ведь целые дни на даче. Целую тебя крепенько и песенят моих дорогих. Привет, Л.П. Саша. Ленинград, 15 мая 1957 года последнее письмо. Моя дорогая лапочка, вот так всегда бывает. Вместе тесно, а врозь скучно. Я уже скучаю по тебе, несмотря на то, что всего 12-13 дней, как я уехал. Я что-то ни с кем не могу разговаривать. Несомненно, это признаки старости. Алешка еще ничего. Иногда я его терплю, у него есть свое мнение обо всем, и эрудиция огромная. Но он какая-то задница, шляпа, не от мира сего, и это меня раздражает. Он, конечно, интеллигент прошлого века, и для нашей социально-авосечной эпохи абсолютно негоден. Но он не глуп, смотрит довольно трезво и не без юмора. Я дозвонился до Веры Николаевны Бредис, работник Киностудии Ленфильм. Она сегодня позвонила мне и сказала, что они решили назначить просмотр Дон Кихота на мой свободный день. Я свободен 18-го, у меня выходной. И если они не смогут показать мне картину 18-го, то значит ее на тот свадебный день, который я им укажу дальше. Как видишь, они очень внимательны и милы ко мне. Киня, Ксения Николаевна Бочарова двоюродная сестра Вертинского, уже два раза присылала мне пирожков и корюшки. Сегодня у меня все утро сидел Юра, помнишь? Он готовит к фестивалю самодеятельность и весь передергивается от отвращения. Ходила ко мне медсестра, толстая тетка. Сегодня заявила, что едет на огород, их отпускают на десять дней. Пришлось взять другую. Из платной поликлиники та брала по 10 ре за укол а это по 20 ре такова такса но мне осталось 6 уколов руки мои поправляются пою сверхъестественно чисто и хорошо и устаю гораздо меньше это конечно навокаин Кончу числа 30 а то и 2 июня. Приеду и лягу к Вишневскому. Тут больше бывает холодно, а в театре жарко, потому что до сих пор топит. Как твои дачные дела, дочки-душеньки? Астория набита делегатами. Жду, когда меня выгонят из нее. Пишу книгу медленно и не очень удачно. Трудная эпоха. А я в ней плохо разбираюсь. По утрам работаю с восьми и до двенадцати. Ленинград чудесный и успокаивает меня. Целую тебя и доченик крепко и нежно. Ваш Саша. Постскриптум. На днях вечером позвоню.